Danganronpa. Мальчики, девочки, здравствуйте, мои хорошие сладкие пирожочки. Сегодня мы продолжаем играть в Данган упорно. Да, сколько уже там прошло до хрена времени. Я возвращаюсь. Вот. Да, здравствуйте. Нет, перезапускать стрим на Твиче не буду, потому что у нас идет рестрим на Ютуб. Поэтому, если у вас прям сильно подлагивает Твич, вы всегда можете пойти на, собственно, Ютуб и посмотреть все на нем. Да, вот, я вижу, тут все собрались, поэтому я, как всегда, напоминаю, что у нас в группе ВК есть рассылка, уведомления о новых стримах. Как я подрубаю стрим, я сразу же бегу и делаю рассылочку. Ну и также есть второй канал с записями стримов, на который тоже надо подписываться. Скоро там выйдут новые адвокаты. И вот сегодняшний Данганронпа тоже будет там. Ну и также напоминаю, что принимаются донаты на аренду хаты. Как обычно, все по дефолту, все по стандарту. Мы остановились на третьем суде, ну, мы его, то есть, прошли, суд Смекан. Вот, так что, если вы там пропустили, можете посмотреть на моем втором канале все. Мы сегодня, значит, получается, что у нас? Четвертая глава. И мы будем, значит, ну, наверное, до убийства досидим точно. Я просто не очень хорошо себя чувствую, но как бы, ну, я обещала подрубить Ронпу, значит, Ронпа. Вот, так что я не знаю, сколько мы просидим, но надеюсь, что нормально. Короче, девочки и мальчики, погнали. Вот, только что у нас казнили Микан, мы увидели Накамару, что с ним стало. И теперь мы продолжаем играть в эту прекрасную игру. Да, сегодня без вебки, потому что, ну, вебки нет с самого начала, значит, без вебки. Логично. Вот. Мы надеялись, что дальше все будет идти гладко. Точно. Простого нормального развития истории уже было бы достаточно. Как, например, разрушение вражеского логова после победы над финальным боссом или возрождение мертвого друга. Все было бы просто замечательно, если бы так все и случилось. Вот на такое старое доброе развитие событий мы и надеялись. Но не на такой безумный поворот. Ну да. Он начинает идти тех, что был рожден в реках, и у меня просто первая ассоциация в реках ТикТока, что ли, блядь. А, ТикТок головного мозга. Господи, какие же вы странные, у вас такие большие выпученные глаза. О, возможно, вы по уши влюбились в мое металлическое тело. Всем добрейший вечерочек. Хорошей игры, дорогая. Очень рада, что наконец продолжаем Данганронпу. Под нее будет хорошо рисовать. Ой, здравствуйте, Мису Штачика. Рад вас видеть. Спасибо за донат. Ей, наконец-то ты снова стримим Кранпу. Будет чем заняться в скучный вечер в больничке. Лежу с железодефицитной анемией. Найс. Ого, жесть какая, Руфеджер. Поправляйся скорее. Спасибо тебе за донатик. Я уже знаю, что вы хотите сказать, лишь заглянув в ваши глаза. Ведь я же бывший командный менеджер. Ясно, все. Соня в полнейшем ахуе, как бы ей не очень нравится новое тело. Накамару. Что случилось? Выглядишь так, будто призрак увидела. Слышь, чувак, хватит пугать мисс Сони этой стрёмной маской. Повышая свой заикающийся голос, Казуити взялся за голову Накамару и... Да давай, снимай ее уже! Привет, Эля. Четвертая глава настала неожиданно и приятно.
Всем шиперам сил. Хорошего стрима. Спасибо большое, Карамель. Спасибо за донатик. Оу-оу-оу-оу. Прекрати. Прекрати! А почему она не снимается? Стоп, чё? Ты серьезно, блин? Твою мать! Это не маска! Это не маска, а чистое электричество. Я был возрожден в виде чистого электричества. Я просто умираю с их лиц. Если ты правду на Камару, значит, это моя вина, да? Теперь ты в этом теле из-за меня, да? Прости, Накамару, я даже не знаю, как мне загладить свою вину. Ведь у тебя теперь металлическое тело, я ничего не смогу с ним сделать. Хо-хо-хо, не парься, всякое дерьмо случается, пока живешь. Ты как-то слишком оптимистичен, все правда нормально? Если продолжать волноваться по пустякам, то в итоге увеличится количество седых волос. Где... Заюш, где у тебя увеличится количество седых волос? Я просто... Я не очень понимаю. Ой-ой. Комментировать каждую его фразу. Пустая трата времени. Добрый вечер, госпожа Тарелка. В прошлый раз мне не удалось попасть на стрим и порыдать над казнью моей несчастной булочки. Поэтому, если вы не против, я сделаю это сейчас. Кайта-умешка. А чё это за хэштег? Чё это за кайта-умешка хэштег? Объясните мем. Всем привет. И от Винта. Спасибо большое, любитель пиджаков, за донат. И бог войны, любитель сисек, тоже большое спасибо. Тарелочка, привет, солнце, это снова я, извиняюсь насчет Леона, в прошлый раз зря бы канул, просто по моему нику видно, кто мое любимое солнышко первой части. По нику Кувалда. Блять, ну пиздец, я все обдуль, пиздец, господи, ой, блядь, я так больше не могу. Удачного стрима и запоздалые извинения. Прости, что я на прошлом стриме про Миканская заново. Не подумала, что не стоило QWQ. Да, ничего страшного, Тости. Ты нам сейчас просто озвучила мысли Аканы в данный момент. Спасибо тебе большое за донат, ты у нас пипапик стрима. А чё за какая-то омешка? Я видела, это типа, чтобы тот чувак спел разными голосами. Как и просили, какая-то омешка разными голосами. Вот это что ли? Бодя, ложись. Лежать, моя сладкая булочка. Но ты ведь точно на Камару, да? Ты же вернулся, да? А, я закрыла чат. Именно так. Я вернулся из Пучинада, облитый сияющим серебром. Как ты можешь вот так все спокойно принять? Это ведь даже не сравнить с моей повязкой. Как ты можешь смириться с таким телом? Главное, быть живым. Ауф. Мяу. Мяу-мяу-мяу. Всем привет, Тарелка. Это мой первый донат тебе. Удачного стрима. Ой, спасибо большое, Мулди. Поздравляю с потерей донатной девственности. Спасибо за донатик. А? Главное, быть живым. Что, не согласен? Раз я жив, то все еще могу разговаривать с вами. Раз я жив, то я все еще могу сражаться. Не важно, что случится с моим телом, нисколечки. Что-то я чувствую, Накамару не жилец. Что-то у меня есть такое предчувствие, что вот кто голову потеряет в этой главе, это вот этот прекрасный молодой человек. Ты восхитителен. Накамару полон надежды. Ой, как Нагец будет булить Хаджиме в этой главе. Девочки, держитесь. Ой, бать, я так жду. Спасибо за донаты, все, спасибо. Главное быть живым. Я понимаю, что Накамару имеет в виду, но... Неважно, сколько в этом смысла, это просто слишком странно. Это не роман или фильм, это реальность. Может ли что-то настолько необъяснимое вообще случиться? Нет, лучше сказать...
Почему это случилось? Это... В общем, я рада, что... Жить буду. Пока ляд немного железа, поем побольше говядины и выпишусь. Хотя маман вообще хочет забрать меня уже в ПН, потому что ей не нравится, что я буду тут торчать 24/7 еще хрен знает сколько. Ну да, лучше дома. Типа, я не думаю, что это прям что-то жестко серьезное. Спасибо за еще один атру, Феджи. В общем, я рада, что все нормально. Нормально ведь? Накамару определенно вернулся к нам. О, охоплю вам их и трогающие на воссоединение. Куря, почему Накамару стал роботом? Галерея, вытащить Накамару из лап смерти было по-настоящему тяжело. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Тарелка, я на каждом стриме писала, что люблю тебя. Так и здесь скажу, люблю тебя и твои видео, Тарелка. Спасибо большое, вор какашек, спасибо, очень приятно. Услышать Накамару из лап смерти было по-настоящему тяжело. У меня ведь не просто так называют магистром психопопа. О боже мой, насколько же классно получилось после. Похоже, оно получилось слишком драматичным. Теперь меня из-за него бурят завистливыми взглядами. А если ты и правда робот, тогда что у тебя с мыслительным процессом? Это тоже программа? Тогда что случилось с остальными штуками, типа самосознание и... Мое увлажнение, Тарелка и чатик. Я смог успеть на стрим. Приятного вечера, игры. Вчерашний стрим топ. Спасибо большое, Кусана. Спасибо большое за донатик. Глупец, сколько раз мне еще нужно повторить, что это не важно? Не важно, какой вид или форму я приму. Я Накамару не дай! Он? Эх, давно меня не было. Добрейший вечерочек, Тарелке и чатику. Здравствуйте, Рейвен, рада вас видеть. С возвращением. Спасибо за донат. Да сука! Кого убьют в этой главе? Не считая Накамару. Мысли Накамару, что ему голову отрежут. Не знаю, они говорили точно, что как будто отрежут голову. Слишком сложный вопрос Сода для детской игры, мы его пропустим. Спасибо, Викория Айзава, за донат. Ну не знаю, то, что я точно поняла, это то, что кому-то отрежут голову. По моим предположениям, это либо Накамару, потому что кто-то проверит его бошку. Ну типа... Либо это Сода, потому что, мне кажется, это Сода, он механик, я не знаю, его бошку засунут в какой-нибудь механизм, и она чик-чик. И все. У меня такие предположения. Он собирается прожить таким всю оставшуюся жизнь? Вот это реакция. Похоже, у тебя все же есть самоосознание. Тогда эта технология просто охренительная. Я никогда раньше не видела и не слышала о таком. Ох, Абласафи я считаю продвинутым. Обычно является таким ух продвинутым. Многие называют казнь Микан самой тупой. Однако для нее самой она была мучительна. Микан боится колющей боли из-за дротиков. Все дела. А также больших продолговатых предметов. Тут и объяснение излишне. Подождите, это по канону Микан любит дротики и большие продолговатые предметы? Если она боится больших продолговатых предметов, как же она спала с Хинатой в одной кровати? Дима, ну вы понимаете, о чем я, да? Спасибо большое за донат. Ох, вы совсем считаю продвинутым. Обычно не является ухо настолько продвинутым. Ох, вы считаете, что прогресс существует только внутри институтов и лабораторий? Да глубоко ошибаетесь. Ага, если прогресс существует там, где можно передать такой талант. И ты имеешь в виду, что это ты сделал? Ты правда настолько потрясающий? Прекрати хвалить его. Дурацкая плюшевая игрушка! Не издевайся так над человеческими телами!
Погоди, если ты наведишь Монокуми, то... Пу-пу-пу, у меня сейчас снова бросит мне вызов. Какая же ты дикарка. Бог, в этот раз ты точно пойдешь от базуки Монокумы. Да ты... Блять, Акана, ты заебешь, ей-богу! И снова все затряслось и вспыхнуло белым. Будто бы весь звук и окружение были унесены сильным импульсом, покрывая все белой пеленой. Вечерочка. Три дня как одержимая выжидала Ранпо. Благодарствую. КСТ, не кажется вам Никомару тип продолжением убийства? Железный дровосек и все такое. А, реально, кстати! Реально! Не, ну если сейчас опять будут отсылки на фильм... Шлю тебе последнюю копейку. Кстати, будешь ли проходить ивенты свободного времени? Я слышала, что во время последнего ивента с Гандамом он скажет Хинате, что запрещает ему умирать без его разрешения. А у нас, кстати, у нас было несколько ивентов с Гандамом. Посмотрим по подаркам, какие на кого насчет пойдем. Кайта Умешка. Просто забудь. Это супер тупой мем про чувака из РанПВ 3, который образован на пустом месте. Меня раздражает этот мем. Просто забудь. Ну ладно, как скажете. Хорошо. Спасибо за злой монстр, Свити, Мадизель и абсолютное и неабсолютное. Не, на самом деле, не, вот это с железным дровосеком, получается, прошлый... А кто был? Там был Чучело Соломенное и Лев? И убили у нас... Ну, кстати, ну посмотрим, если будут отсылки на фильм опять, то, может быть, не знаю, мне почему-то кажется все равно, что это Соды. Что-то он долго живет, и учитывая то, что Соню шиперит больше с Гандамом. Хочешь плюшевую вязаную Маноми? А то могу устроить. Давай, кувалда, звучит интересно, звучит сексуально. Спасибо тебе большое за донат. И внутри этой пелены я снова услышал тот голос. А чё, в смысле, Накамару сейчас, что ли, сдохнет? А-а-а! Он теперь супер крутой! Вы, блядь, серьезно? Его долбануло взрывом, а на нем не царапины? Потрясающе! Он самый настоящий робот! Эй, можно ли тебя разобрать? Можно ли тебя разобрать и рассмотреть твои внутренности? Нет, спасибо! Если меня разберут, то я помру. А, наверное, надо вести вас в курс дела. Смотря на то, что он робот. Если Накамару умрет, его смерть будет считаться убийством. Ясно? Конечно, возможно ли то, что Накамару может убить кого-нибудь? Не говори таких глупостей, этого никогда не случится. Ох, мы все прояснили, можете и дальше наслаждаться убийственной школьной поездкой. И снова надеюсь, что мы все поладим. Их такой, чё, блядь? А, невозможно. Пройдет немало времени перед тем, как я смогу это все переварить. Накамару теперь никогда не станет прежним? Если это так, то это такое тяжелое бремя для Накамару. Я же не каким-то монстром вернулся. Просто теперь я робот! Понимаешь? Прости, но я не вижу особой разницы. Выдохи это небольшим повышением. Дело робота одним из главных героев, обычная тайна может превратиться в научную фантастическую тайну. Эхо может превратиться в киберпанк. Ты полностью уничтожаешь жанры. Ой, какая разница. Пока это не скучно, все нормально. Слушая очередной буйный смех Монокумы, я снова был вынужден принять то, что этот остров не тот обычный мир, который я знал. Этот мир безумен, и в нем странности нормальны. Причины, рассуждения, обстоятельства, предзнаменования... Эти понятия здесь неприменимы. Вот что значит жить в безумном мире. Глава 4.
Снятся ли абсолютным роботам часовые механизмы? Короче, мои ставки, судя по голове. Накамару, не дай, будет либо убийцей, либо он будет тем, кого убьют. Инфа сотка, вот серьезно, потому что еще глава так называется, типа, ой, снятся ли роботам, там что-то тыры-пыры. По-любому. Мои ставки такие. Скорее всего, Накамару кого-нибудь пизданет, потому что у него что-нибудь поедет крыша в его вот этой жестяной коробке. Может быть, типа, например, Сода, ну, Сода ёбнутый, я вижу уже у Соды, какая началась фиксация на его стальное тело, Сода такой, бля, я бы тебя пощупал, вот это все. И, может быть, Сода попробует его разобрать, и Накамару либо его ебанет. Я рекламу включилась, что? Либо Накамару сойдет с ума и ебанет еще кого-нибудь. Интересно, а кто с кем по гороскопу, кроме Хинаты и Нагито, сочетается? А это, ну, посмотрите, кстати, кто у нас специалисты, кому сейчас будет не впадло. Спасибо большое, бог войны, любите сисик, за еще один донат. Не, ну Накамару точно будет как-то завязан, вот 100%. Ну, типа, мне кажется, он убийцей будет, потому что, ну, я не очень представляю, как можно убить Накамару в этом теле, если только его Сода как-то не пизданет, который абсолютный механик, он же абсолютный механик, да? На следующее утро мы, как всегда, собрались в ресторане. Подождите. Стоп. Он абсолютно механик или кто? Дайте я проверю. Не, а в смысле? Это же сказали только что. Если убить Накамару, это тоже считается убийство. Да, Сода абсолютный механик. Вот по-любому что-то будет между ними. А у Накамару сменилась табличка с лицом. Ха-ха-ха, бля. Понимаю. Понимаю. Хорошо, ладно. Просто помянем Накамарыч, конечно. На следующее утро мы, как всегда, собрались в ресторане. А Накамару нахуй пришел в ресторан. Уже теперь можно не кушать. Ты, как всегда, дофига ешь. Смотрю на тебя, и аж душа радуется. Ребят, просто напомню. Не нужно комментировать то, что Элли вангует. Она предполагает, а вы своими комментами почти что спойлерите. Не надо даже. Ни смайликов, ни текста. Вообще ничего. Кун по факту говорит, по факту. Спасибо большое, Кун, за донат. Невозможно спокойно это воспринимать. Что ни говори, но это очень странно. К такому нельзя так сразу привыкнуть. Не-не. Короче, что ты собираешься делать, Михамару? Михамару, ты уже к нему привыкла? Что я собираюсь делать? Чем ты питаешься? Типа маслом? Не-не. Обычное? Премиум? Не, масло ему не надо, он же сказал. Чисто электричество. Значит, ему нужны батарейки. Я могу есть нормальную еду, особенно рис. Не могу глаз от него тор... Чё? В смысле он может и... Давно меня не было на стримах. Готовился к экзаменам. Удачи. Ой, здравствуйте, начинающий адвокат, да. Рад вас видеть. Спасибо большое за донат. Как вообще работает эта концепция робота? Он же не целиком механический, или внутри него все-таки есть, там, я не знаю, мозг Накамару? Или что-то такое? Типа, и он может... Ну, раз он может есть, наверное, части тела человеческие. А как же он будет... Как он будет срать? Это же его любимое дело. Однако сегодня я чувствую себя немного подавленным, так что у меня нет аппетита. Ты исправен? Если ты позволишь заглянуть внутрь, то я могу все починить. Нет, значит нет. Че? Ты тоже тут? Прошу прощения. Я должен знать свое место и не высовываться, когда все вот так собираются. Но я просто хотел поговорить с вами о вчерашнем. Вчерашнем? Человек, которого Микан назвала любовью. Не могу выкинуть его из головы. Может, я слишком сильно беспокоюсь об этом? Моя голова также была захвачена этими мыслями, но... Судя по тому, как она говорила об этом человеке...
Вот и конец, и правда. Теперь я могу идти к своей любви, которая всегда прощает меня. Наконец-то я вижу свою любовь. Прошу, прости мне то, что я умираю с надеждой увидеть тебя. Казалось, я словно договорила о сущности, которой уже нет в этом мире. Но вообще, вы должны думать о нашем враге, на основании будущего. Если такая грозная организация, известная как Разрушители Мира, виновна в нашем заточении, тогда мы должны в первую очередь выяснить, кто за ней стоит. Основание будущего. Это слово «будущее»? Оно как-то связано с теми древними руинами? Ведь нет никаких сомнений, что тот символ на двери, ведущий в древние руины, с японского переводится как «будущее». В таком случае, будет ли не лишним еще раз проверить древние руины? Но чем больше я об этом думаю, тем меньше в этом смысла. Зачем организации, которая планирует тайно разрушить мир, заставлять нас так страдать? Стелла немало хлопот похитить нас и доставить на этот остров. Кроме того, они забрали несколько лет нашей памяти о жизни в Академии Пик Надежды. По неизвестной для нас причине. На основании будущего разрушители мира. Ха! Что-то с вами точно не так, раз вы верите в что-то столь фантастичное. Бля, сказал, сука, робот. Чья бы корова мычала? Но... о чем больше всего стоит беспокоиться, касаемо основания будущего? Так это о предателе из основания будущего, который скрывается среди нас. Интересно, кто же он? Чужак, прячущийся среди нас и пытающийся заманить нас в ловушку? Очевидно же, что Наги-то самый подозрительный. Даже ребяческая организация, вещающая про разрушение мира, не приняла бы такого, как я. Никто не желает такого никчемного человека к себе в группу. Блин, да пройди именно в этой главе фритаймы с Нагито. Ну, посмотрим, с кем там у нас вообще фритаймы, в принципе. Мы посмотрим по вещам. Ой, собрались фанаты Нагиточки. Спасибо за Лирика Чан. А почему у меня следующий донат не читается? Не, ну то, что Цумуги предатель, мы в курсе, это да. Кун, а если сам Михусе не знаешь, за компанию предполагаю просто. Не, ну за компанию можно. У нас тут много абсолютных ван. Спасибо абсолютно не абсолютно за донат. Уж вы-то хорошо должны это понимать. Верно? И эта причина, по которой ты не можешь быть предателем, абсолютно не понимаю твою логику. Тогда кто, по-твоему, самый подозрительный? Ты посмотри. Я считаю, что Хадзиме. Он типа... самый подозрительный — это тот, кто самый сексуальный, значит, это Хадзиме. И Хадзиме такой: ты охуел? Ты охуел? А? Ну... разве не нормально подозревать самого мутного человека? Кроме того, ты здесь единственный, кто до сих пор не знает свой абсолютный талант. Если основываться на том, что предатели прони группу абсолютных, то Хадзиме самый подозрительный. Нет, Цумуги — это Минори со стримов. Фламон Касс у нас Цумуги всегда предатель. Сасагио, Сасагио, Шинзо, Сасагио. Не, ну я не могу смотреть на Гандама. Девочки, ну что за ходячий секс? Я не могу. Как и Ногетс. О, понятно. Попа Габзавра у нас по роботам. Ясно. Ясно, понятно, Попа Габзавра. Все ясно. Спасибо большое за донат. А, вы теперь еще и папик стрима. Спасибо. А? Значит, Хадзиме предатель. Конечно же нет. О чем ты вообще говоришь? Дала стрима по Ранпи, чтобы наконец лишиться донатной девственности. Успела посмотреть всех адвокатов и всю Ранпу, пока ждала. Тарелочка, ты самый лучший стример. Люблю тебя больше, чем три. О, спасибо, многоходовочка, спасибо.
Ах, да, поздравьте меня, женюсь во вторник. Нихуя себе, адвокат, нихуя себе ты. Поздравляю тебя, слушай, семейного вам счастья. На ходовочек, поздравляю с потерей да, от единственности. А, ты не должен повышать свой голос. Мы можем заподозрить тебя еще больше, знаешь ли. Угу, окей, хорошо. Такие легкие вайбы обсуждения в Among Us, типа, а что это ты орешь, что ты не импостер? Это подозрительно, знаешь ли. Это тебя вообще-то! Прекратить ссору. А вы не думали, что наши не доверяют друг другу? Это очередная ловушка Монокумы. Может быть, но... Окей, я разберусь. Просто оставьте это мне. Знаком. Для того, чтобы разбавить атмосферу, позвольте показать вам новую функцию, которую я обнаружил ночью. Блядь, что ты обнаружил ночью, киберчлен? Новая функция? Неужели это полет? Ты умеешь летать? Это не такая типичная функция, она намного более практична и оригинальна. Где у нас там главные специалисты по хендайным дадзям, по Данганронпе? Чё там, есть дадзя, где механический Надамару ебёт Соду своим механическим членом? А ну, салаги, право! А Сода такой, вау, вот это технологии! Якорь вам в жопу! Раз речь о Нагито, то вопрос. Тарелка, Нагито или Олесечка? Нагито или Олесечка? Я выбираю Олесечку. Я выбираю Олесечку. Спасибо, мешок, за донат. Так, судя по ржачу в чате, такая существует, да? Ну-ка, скинь ссылку, ребят. Хадзими, держи адвоката. Спасибо, любите пиджаков, за донат, спасибо. Так, приступим. Май. И все? А может плакать с маской? Узырите! Накамару плачет? Да сейчас я не плачу! Из моего правого глаза льется кола! А ну, салаги, право руля! Поднять паруса! Якорь вам в жопу! Кстати, а у тебя есть предположение, кто предатель или есть ли он вообще? Хадима предатель. Хадима. Я его буду так же булить, как и Кина... Ой, как и Нагито. Хадима предатель. Хадима импостер. Он даже не помнит своего навыка. А его навык, я вам гарантирую, абсолютное отчаяние. Или, не знаю, абсолютное уничтожение. Абсолютный... Во-первых, Хината как минимум мужчина-козерог. Я мужчинам-козерогам не доверяю. В принципе. Так что, ну, Хадима, я за тобой слежу. Ясно тебе, да? Как бы... Я помню, Джунка тоже была козерогом Хадимы, так что... Тарелочка, привет. Пересмотрел третий суд и вспомнил время, когда на доп.паре по-английскому для мне разрешили рассказать словами кан перед игрой с щитами. Первое место в группе было мое. О, нихуя себе, любите прокуроров. Оставь логику всяк сюда входящий. Спасибо за бицы, Микори, любитель прокурора, спасибо. Ну вот, короче, мужикам-козерогам мы на данном канале, на YouTube-канале и Twitch-канале мы не доверяем. Поэтому, Хадима, ты можешь долго косить под булочку, я знаю, вы козероги такие, но потом ты вспомнишь свой навык, и я тебе отвечаю, как бы. Хадима еще, может, Нагито возьмет и убьет, типа, вообще, ну... Не удивлюсь. Короче, Хадима навык абсолютный импостер. Я вам гарантирую. Гарантирую, девочки. Из левого рой боссовый чай. Узрите! Ты чё, фонтан из газировки? Сука. Мужчина, который плачет чаем. Нет, ну это краш. А где он вообще заливает себе этот чай и газировку? Алло, это факт. Я знаю, что мы тут простоим весь день, если будем комментировать каждую твою мелочь. Но нахрена Монокума решил добавить тебе такую функцию? О, медведь, я буду их поподурачиться. Монокума просто играет со щелами других людей. Она тоже была модифицирована Монокума, так что полностью понимаю чувства Накамару. Но не печалься, ты привыкнешь, удивительно, но к такому быстро привыкаешь. Слышь, не лезь в разговор, когда не просят, а то не там, а то не то, когда в бубен и вякалка твоя отсохнет.
Нихуя лексикону Аканы. Так нельзя говорить, это очень жестоко. Раз ты появилась сейчас, то это значит, ты пришла сказать нам, что победила очередного монозверя. Та-дам, правильно. Вы можете посетить новый остров, так что прошу, воспользуйтесь этой возможностью и укрепите дружбу. Я пас, ну его нахрен. Даже если мы пойдем на новый остров, мы в любом случае найдем способ сбежать отсюда, верно? Вообще, мне кажется, будто каждый раз, когда мы ходим на новый остров, шанс на убийство растет. Так что, возможно, будет лучше туда не идти. Не знаю, что ты замыслила, злобная тварь, но мы не поведемся на это. Это недопонимание, я просто... Боже мой, как же бесит. Боже мой, стой в сторонке, оставь все своему старшему нитяну. Ой, богу, у тебя пример того, как заинтересовать этих ребят, младшая сестренка. Что ты делаешь? Ты ведешь себя, будто бы мы какие-то союзники. Чего? Что? Что? Что происходит? Делисио... Делишес? Блин, какой-то хентай начался с медведями. А, Илюк, здравствуй. Тут это, мы как раз, нам нужен был специалист по хентайным додзям, по Данганронпе. А, меня интересует, есть ли у вас хентайная додзя с механическим Некомару и Содой. Вот. А также хентайный додзи с Маноми и Монокумой. Но, конечно, бы хотелось именно с Мехамару в первую очередь. Спасибо. Ого, а ну да я от его шобы избавился. Ого. Ох, вы, ребята, еще комрады, это буду я делаю так, что у вас кровь из носа пойдет. По сравнению с прошлыми расследованиями я приготовила шобу награду, которой еще не было. Награду? О, вы заинтересовались. Похоже, это правда. Если хочешь вытащить собаку из конуры, кинь ей кость. А, господи, хватит пиздеть, почем зря. Быстрее говори, что за награда. Обалденная награда. Вот вы чё, обочитесь. Ну, можете, конечно. Но только не на меня. Я приготовил кучу вещей на новом острове, которые вы можете найти очень интересными. Как, например, информация касаемо основания будущего. А? Запчасти, которые можно использовать, чтобы сделать лодку. Ты серьезно? Вот Окса, ваши школьные профили еще со времен вашего обучения в Академии Пик Надежды. А? Ух, ну, удачи в исследовании. Берегите себя. Что нам стоит делать? Очевидно, что у нас нет выбора, кроме как пойти туда. Мы можем попасть домой, если соберем лодку. Я тоже пойду. Если там есть информация насчет основания будущего, то ее нужно увидеть. А ты, Хадзима, ты, конечно же, тоже идешь. Бать, да я, блядь, бегу просто. Если ты увидишь свой школьный профиль, то сможешь узнать свой блестящий талант. Это твой шанс снять с себя все подозрения, не правда ли? Какие подозрения? Слышь, собака. Не думаю, что кто-либо здесь подозревает меня. А, понятно. Но если там есть зацепка к моему настоящему таланту, то она мне нужна. Причина, по которой Академия Пик Надежды выбрала меня, талант, которым я владею, это очень важно для меня. Я не могу не волноваться насчет них. Похоже, что вы все приготовились к худшему. Значит, мы идем так. Если все пойдут, я тоже буду сопровождать вас. Но есть также вероятность того, что Монокума устроит ловушку. Мы должны быть осторожными. Я не могу перестать думать о тех древних руинах, что могут хранить информацию об основании будущего. Но мы должны начать с исследования нового острова. Ну, пойдемте на новый остров. Как бы. Острова, мои острова, как же я люблю острова.
Так я не понял, Наги-то гей или у него из-за шизы так? Гей, все нормально, он гей. Монозверь, который хранил этот мост, исчез без следа. Я не раз об этом думал, но... Как кто-то настолько жалкая, как Маноми, смогла победить монозверя? Не, думать о таком будет лишь тратой времени. Бесполезно думать о вещах, которые являются лишь тратой времени. Вот что я усвоил на этом острове. Переходя по мосту, я уже мог видеть очертания нового острова на той стороне. Ого, нихуя, это Диснейленд? Как будто весь этот остров это один гигантский парк развлечений. Он выглядит веселым, захватывающим, интересным, завораживающим. Питомец проверить. А что проверять эту змею? О, господи, сколько здесь всего. Кошмар какой. Что? Внимание! Совместимость по знакам зодиака Джунка, Микан, Джунка, Нагита, Гандам, Соня, Гандам, Фухика, Чаки слэш Хината слэш Нагита, Никамару, Акани, неожиданно Казуичи, Никамару. Могу для первой части порыскать. О-о-о, Джунка Микан, Джунка Нагита, Гандам Соня. Гандам Соня, значит, у нас канон. Гандам Фухика. Гандам Фухика неплохо, да. Казуичи Накамару. Неплохо, неплохо. Спасибо большое, Бог войны, за донат. Не похоже, что это жуткое здание и часть парка развлечений. Это дом с привидениями. Ну, красивое место вообще, не вижу проблем. Дом Маноми. На табличке сверху написано, что это дом ужасов, но... Как будто какое-то другое здание было превращено в дом с привидениями. Я решил, что захочет всех самых пор, как забрал мою волшебную палочку. Я была поехала до роли нехолодного ребенка. Мое влияние слабее, чем когда-либо было. Это еще не все, вы только посмотрите, что он сделал с моим домиком. Плак-плак-плак-плак. Это слишком, от него ничего хорошего больше не осталось. Если все продолжится в таком же духе, то меня запомнят, как персонажа с одноразовой ролью. Уходи бы, ты был тут. Ты только что заметила? О, как жалко, наверное, выглядит учитель, плачущий перед своим учеником. О, мне так жалко Маноми, девочки, пиздец. Бедная девочка, как же ее жалко. Что же ее все булят? Я надеюсь, в концовке она, когда они победят этого какого-нибудь там импостера, и Монокуму, и Маноми придет и даст пизды этому ебучему Монокуме, сука, ублюди, да тупая. Я вам запрещаю обижать Маноми. На этом стриме мы уважаем и любим Маноми. Тот дом с привидениями, это твой дом? У Макума под охалой давно издеваться, и вот это чем обернулось. Должен быть милым. Мой дом должен был быть милым. Я понимаю, что интересно, но тебе нельзя войти внутрь. Только учителей есть еще жизнь, которая закрыта от глаз учеников. Кроме того, ты мальчик определенного возраста. Если ты зайдешь, то мне следует открыть дверь наполовину, иначе моя мамочка не угомонит. Чего, мамочка? Что я говорю? Это чисто гипотетически. В общем, это дом Маноми. Мы можем с уверенностью сказать, что нас туда не пускают. Так что оставаться здесь будет лишь тратой времени. Следует поторопиться и пойти куда-нибудь еще. А что это вы тут вдвоем делаете, а? А что это вы тут делаете вдвоем? А ну? Я не совсем понимаю, почему, но этот остров выглядит очень празднично. Айя только досмотрела прохождение 2 главы. Пришла сказать, что я так люблю Махиру. Очень грустно, что многие челы в фандоме срут и по приколу, не зная о ситуации, считают скучной. Так, секундочку, мне звонят. Конец связи.
Маноми Ван Лав. Так, извиняюсь, мне тут просто это курьер. Спасибо за мешок и Реджи, спасибо. Если бы Хиёка и Буки были бы здесь, им бы точно понравилось. О, стекло мое стекло. А Микан, то есть, бы здесь не понравилось, да? Микан бы сказала, фу, хуйта! То чувство, когда ищешь Дадзенсей, а там кроме Нагита, Хинаты практически ничего нет. Ну, обидно, Тости. Но если найдешь, ты скажи. Спасибо за донат, Тостичка. Киникуне. Что не так с этим монстром? Зачем они сделали это, заставляя нас убивать друг друга? У них просто ужасный вкус! А ну, ну понятно. Права руля! Поднять паруса! Я ты вам в жопу! Да почему все эти токсики постоянно издеваются над Маноми? Она не сделала им ничего плохого, только помогает и поддерживает постоянно. Недоверие я могу понять, но буллинг — нет. Сволочи. Да они все там, блядь, конченые эти персонажи. Ну, как минимум, они все сидят такие, мы дохуя друзья, мы друг другу. Во-первых, с какого хуя вы тут все друзья? Вы друг друга видите вообще в первый раз. С какого хуя вы сразу загоняете? Дружба хуёжба. Во-вторых, нихуя вы не друзья. Вы постоянно то друг друга, блядь, булили. Микан булили, Хиёка никто не затыкал. На Маноми постоянно все наезжают. Раз вы все такие, дохуя друзья. Ну ведите себя, блядь, по-человечески тогда. Че вы всех хуесосите, кто вам ничего плохого-то не сделал? Шо Микан, шо Маноми, шо остальные? Ёб твою мать. Мы друзья. С какого хуя они вообще все решили, что они друзья? Я не понимаю, почему нельзя было сказать, типа, ну мы, по крайней мере, мы союзники, мы оказались в одной и той же пизде. Давайте к друг другу нормально относиться, у нас одни и те же проблемы. Да, мы не друзья, но мы должны, как бы, ну, друг другом стараться нормально, блядь, потому что у нас, как бы, тут убийственная, сука, игра. Нет, они все ведут себя как кончи. О, Маноми. Эта девочка хотела, чтобы у нас все было хорошо. А давайте мы ее нахуй забулим. Монокума мы же не будем булить. Монокума же нам может дать пизды в конце концов, да? Типа, здравствуйте, Накамару. А, нет, то тогда мы просто Маноми. Кодака сказал, что ему просто не нравится Маноми, поэтому ее все булят. А, ну понятно, ясно. Хорошо. Так, опять не звонит. Сейчас, извиняюсь, тут курьер не понял. Я ему сказала, что, ну, подъезд рядом с магазином. Он решил, что я живу, видимо, блядь, в магазине, и он зашел в магазин. Вот. Ну, как бы, ну, нормально, я считаю, тема. Просто идешь такой, заходишь в магазин, да, ну, все мы живем в магазине. Вот. В подвальном, причем, магазине, да, подземном. Ну, если вы не знали, в советских домах там минусовые еще были этажи, там минус второй, минус третий. Я вот на минус пятом живу, так что, да, нормальная тема. А, вот. Да, что, магазины, дома. Да, я на самом деле прямо сейчас я стримлю за прилавком. Ладно, давайте зайдем, пока вы не сели. Курьер с каким-то другим мужиком. Ой, блядь. Здание будто бы сошло со страниц какой-нибудь сказки, не считая того жуткого поезда. Я не очень понимаю сути. Что это за аттракцион такой? Блядь. Аттракцион Нагита прокатит тебя на своем паровозике. Ну и где мы должны найти зацепки по поводу основания будущего в этом парке развлечений? Как насчет тебя? Ты нашел что-нибудь? Ну, например, свой школьный профиль? Не, я ничего не нашел, братан.
Это должен быть был милый поезд, но дизайн все испортил. О, дом упал, дом веселья. Дом веселья? С помощью поезда, которым я управляю, я отвезу вас всех в дом веселья. Однако, к тому времени твое тело будет разорвано. Тогда ни за что туда не сяду. Ух, я не смог на нем прокатиться. Лайфу, чтобы попасть в дом веселья. Подсел после стрима Лекса на Геншин. Ты упомянула его вчера. Теперь не могу оторваться. Очень годная штука. Я что-то вообще не понимаю, они там что-то со своим парнем заблудились, походу. Тарелка, ты играла в Аркану. Просто я сейчас играю и прям очень хот, особенно Рут Джулиана. Все, девочки, я с вами. Все, мы разобрались с курьером. Он пришел без парня. Парень, видимо, остался в машине. Сел после стрима Лекса на Геншин. Ты упомянул его вчера. Понимаю очень сильно, Кун. Понимаю. Спасибо за донат. Тоша, тебе тоже спасибо за донат. Нет, в Аркану я не играла. В Аркану я не играла. Так, меня слышно вообще? Ах, вы чтобы попасть на веселье. Я должна поехать на этом поезде. В смысле все? Выход, ты хочешь попасть в дом веселья, то ты должен собрать всех здесь. Однако, к тому времени твое тело будет разорвано. Мне кажется, этих лицемерий стоит мейбуленг, часть японск. Менталитета. В куше тайклов такое видела уже, да и документалок о японских издевательствах. В наших странах буллинг не так выглядит. Ну да, да, да. Видимо, у них это вписывается в концепцию дружбы. Такое ощущение, что в первой части ребята как-то больше переживали из-за смертей. По крайней мере, с Ахиной и Шамару точно.
Да, кстати, да, есть такое ощущение. Но в то же время персонажи второй части мне больше нравятся. Они какие-то более, не знаю, живые, что ли, проработанные. Как-то вот... Но у них поменьше эмпатии, чем у персонажей первой. Спасибо, Рич Пичи Многоходовочка, за донаты. Однако к тому времени твое тело будет разорвано. Охуенно, спасибо. Дело явно пахнет керосином. Очевидно, что это ловушка. Я решил, что ни за что не поеду на этой штуке. Ну, правильно. Ну, все, это... Заюш, пока. Сакура все еще лучшая девочка первой части? Лучшая девочка первой части вообще-то Чихиро, как бы. А, американские горки еще. Давайте проверим и пойдем уже в замок. Тут есть американские горки. Ну, неудивительно, это ведь парк аттракционов. О, как жаль, аттракцион все еще на обслуживании. Уехал пока недостаточно захватывающе, так что я как проклятый занимаюсь ее улучшением. Не думаю, что это того стоит, ведь все равно никто не собирается там кататься. Ой, ой, так, я ведь приготовил вам приз. Ты планируешь заманить нас сюда призом? Опять? Ох, и пожалуйста, охладитесь сначала другими аттракционами. Уверен, я к этому моменту закончу. Я вернусь сюда, когда проверю все другие места. Что мне делать? Нужно подумать об этом. О, Аканы, здорово. Что? Не знаю, эта горка выглядит как что-то, на чем будет следующая казнь происходить. Ах да, горка все еще на техобслуживании. Думаю, что стоит вернуться сюда, когда проверю все другие места. Ура! Американские горки! Американские горки — единственная вещь, из-за которой можно ходить в парке развлечений. Им нет равных. Похоже, горка все еще на техобслуживании, но я первая стану в очередь, когда все будет готово. А, то есть ей вообще похуй, да, что типа там Накума что-нибудь сделает. На горке был Монокума? Бля, сейчас вернемся. Замок парка развлечений с мышиной тематикой. Я мог бы много чего сказать об этом здании, но, наверное, лучше не буду. А ну, салаги, право руля! Поднять паруса! Якорь вам в жопу! Хоть я и люблю большинство булочек второго каста, но им выстелена дорожка в лице Мервиль. Это из-за тупых гегов, как я говорила на прошлом стриме. Ропный буллинг Микан для Сезда. Тупой гег, как и с Маноми. Ну да, да. Ну не понимаю я такие геги на самом деле. Спасибо, знат ли Рика-чан. Что? Выходи, что существа, с которыми я не могу справиться. И что с того? Доки-доки. Ну, доки-доки. И ты туда же, тоже не любишь мышей? У все-таки брат и сестра. Ну нет, только не мыши. Не люблю их. Только не мыши. Они прогрызут мои ушки насквозь. Парочка крикливых идиотов. Каждый раз, когда они появляются, я становлюсь все ближе к нервному срыву. О, тут уже компания, смотри. Илюх, 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 тут твой замок. Крысиный. Сейчас, подождите, давайте мы вернемся. Да, блядь, да... Сука. Иди нахуй, Заюш, я тоже тебя люблю, Зай. В этом здании должно быть полно опасных мест. Вау, вот это совпадение, я думал о том же. Ну, не важно, насколько он клевый, рядом с замком Миссони он и рядом не стоял. В конце концов, она настоящая штучка. Миссони, она 100% чистая принцесса, живущая 100% в чистом замке. Не говори так уверенно о замке, которого не видел. Слушай, я вот тут подумал. Неужели... Блядь, что такое? Неужели жалкий человечишка собирается поделиться своим мнением со мной, Властелином? Как же ты смешон. Что ж, я подыграю тебе, негодяй. Давай, рассказывай, удиви моих четырех темных девов разрушения. Да, эти хомяки ведь могут сойти за мышей, верно? Раз так, то может ты сможешь победить Монокуму и Маноми с помощью них? Я уже говорил тебе, хомяки — это всего лишь их временная форма.
Не злодей вроде тебя и представить не можешь, что произойдет, если они забросят свою временную форму. Невежество устрашает. Вот почему с людьми интересно болтать лишь иногда. Да, конечно, веселее это общаться с хомяками. Я не понял ни единого слова из того, что он сказал, но, наверное, он не хочет подвергать их опасности. Бля. Чё-то хината сегодня такая, сука. Эй, ты в порядке? Из твоего тела исходят какие-то странные механические звуки. Хотя, думаю, это нормально. Раз он робот, то в механических звуках нет ничего странного. Этот звук означает, что сейчас я эмоционально заряжен. Понятно. Твое тело делает этот звук, основываясь на твоих эмоциях. А, окей. Я только что активировал новую функцию. А? Новая функция? Это полет, ты наконец-то сможешь летать! Теперь приготовьтесь! Ну, может быть, это будет его биг механик Дик. Нельзя ему было мозгов механических прибавить, нет? Часы с кукушкой, не сравнивай меня с какими-то обычными часами. Это высокоэффективные радиочасы. Радиочасы? Это такие часы, которые принимают радиосигналы, чтобы раз в какое-то время обновлять показатели. Проще говоря, это крайне точные часы. Часы, которые никогда не отстают. Они даже устроили так, что их нельзя перевести. Ясно, Накамару умрет, да, на 100%. И часы будут играть важную роль в этом деле. Часы страшно видны из Геншина. Я стал повелителем времени. Ну, даже если это очень точные часы, то все равно не обязательно их было устанавливать внутрь себя. О чем ты говоришь? Мне больше никогда не нужно носить наручные часы. Нет ничего полезнее этого. Этот Монокума, он просто играется с людскими телами. Да, все так и есть, Заюш. По факту. И что мне тут еще осматривать? Камера. Сам замок, что ли, зайти? Закрыто. Возможно, кошка бы ходила с другой стороны. Я тут много думать об этом страшно. Нет, только не мыши. Нет, только не мыши. Мои бога, вот мои ухо насквозь. Короче, похоже, туда нам не пройти. О, точно, думаю, самое время пойти на американские горки. Все здесь. Эй, хотите, расскажу кое-что крутое? По словам Монокумы... Мы все получим какую-то награду за совместную поездку на этой горке. Я не поеду на этой штуке. Разве я не говорил? Меня укачивает. Глава поголовать на главу аттракцион этого парка развлечений. Великую, это восхитительную горку. А, это правда, что мы получим приз за поездку на этой штуке? Какой приз? О, нет, пока вы не прокатитесь, это будет сюрпризом. О, повелитель времени. О, я буквально недавно досмотрела доктора Кто. О, доктор Кто топчик. Спасибо за натосечка. Эй, нам правда нужно кататься на ней все вместе? Ох, я уже не говорил, совсем могло и как. Нет, я не буду это делать. Ну, все будет хорошо, эти горки такие классные. Все, кто любит, так говорят, но я уже знаю, что они нихера не веселые.
Однако, есть вероятность, что призом являются те же самые запчасти для лодки, знаешь ли. Может и так, но... Позвольте спросить, куда эта горка нас увезет? Она нас никуда не увезет, она просто проедет круг и вернется сюда же. А в чем смысл? Ты никогда не бывала в парках развлечений, злодейка. Мне стыдно это говорить, но в моей стране таких нет. Понятно. Я посещал парк развлечений лишь однажды в детстве. Но этот парк развлечений находился в аду, полный демонов и людоедов. Махиру, Хиёка, Микан слэш Хиёка фу первая часть. Джунка, Бикуя, Бикуя слэш Тока, она заслужила лучшего. Сили слэш Мак, это точка еще забавно, что Бикуя и Нагита сочетаются. Ставки, кто бы из них первый ебнулся бы. Бьяку и Нагита, это же пиздец, Бэйрин! Дайте угадаю приз, это мотив. Вот сейчас, мне кажется, да, что-то охуенное будет призу. Спасибо за донат, Бифа. Не, Бьяку и Нагита, Бьяку и Нагита, представьте, какой пэйринг. Минорочка, спасибо за ход. Чё ты вчера так ушла резко-то, Минор? Блин, Никита в одном из прошлых видео по рантве тоже сказал, что американские горки похожи на место следующей казни. По факту просто чел. Спасибо за бицы. Не, ну а чё, я могу понять Никите. Американские горки — это жуткая вещь, согласна. Спасибо, да, Гретхен? А, в аду есть парки развлечений? Я никогда о таком не слышала. Пожалуйста, позволь мне составить тебе компанию в следующий раз. Не надо Мисони, он врет, как дышит! Плата за вход крови девственницы! И я предложу твою кровь в качестве подношения! О, какая жалость. Похоже, моей крови не получится оплатить вход. Ах ты, Сонечка! Ты моя похотливая самка! Ты что себе творишь? То есть твоя кровь уже не подходит? Ай, ебать! А, стоп, это значит... Мисуня! Ребята, стой тут, мы просто тратим время. Почему бы нам не попробовать прокатиться? Папа, погоди, почему это мы должны попробовать прокатиться? Накамару, могу я положиться на тебя? Положись на меня! Прекрати, стой, пожалуйста, отпусти! Отпусти! Несмотря на его отчаянное сопротивление, оказывается, все же усадили вагон. Ух, Роберт Вик, утро восхитительной горки! После крика Монокумы мы тут же помчались по американским горкам на максимальной скорости. Бикуя и Нагита. Это просто чсвешник и биполяршик. Это вообще, это такой огонь у этой пары, вот ей-богу. Спасибо за донат, Мешок. Просто... Накамару, все нормально, Заюш? Чаки похуй вообще. Чаки и Нагита чисто одинаковые, абсолютно муд. Только эти два додика. Да-да-да-да-да, take yourself. А хомякам в теле Гандама нормально вообще? Они там не вылетят? Вы ебать, такая ляпочка, такая булочка сладкая. Все, поехали. Ой, как вам понравилось? Наконец-то это закончилось. Было как-то слишком быстро. Давайте еще разок. Согласна, еще раз. Нет, черт, с два! А где наша награда? Вам, я хочу выдержать вашу награду, папка. А?
Этот символ! Он такой же, как и на той двери в древние руины. Если это так, тогда это папка. Папка из основания будущего. Сможем ли мы наконец-то узнать, кто они, если посмотрим ее? О, дайте угадаю, там их досье. Угу. А, можно я посмотрю? Да, делайте, что хотите. Мы собрались вокруг Нагита после того, как он забрал папку. И начали пристально вглядываться в перелистываемые им страницы. А... это же из первой части. Иронично, что Академия Пик Надежды стала площадкой для проведения убийственной школьной жизни. Кукловод, стоящий за всем этим, запер учеников внутри Академии и заставил убивать друг друга. Ученики, доведенные до предела, в итоге оказались в состоянии сильнейшей паранойи. И так начались убийства. Убийства, совершенные этими учениками, продолжались в течение нескольких дней. Но в определенный момент занавес внезапно упал. Группа учеников объединилась и устроила контратаку на кукловода, который поплатился своей жизнью. Таким образом, 6 выживших учеников смогли выбраться из Академии. Вот ты. На этих ли фотографиях слева изображены 6 выживших людей? А, их вообще не напрягает, что там бьякуя? Нет? Тогда что это значит? Почему он на этих фотографиях? Я посмотрел туда, куда показывал Нагита. А? Он был намного худее, будто бы совершенно другой человек. Но выглядел точно так же, как тот, которого мы знали. Абсолютный наследник, Якуя Тагами. Этот человек выглядел в точности, как он, первая жертва на этом острове. Он, несомненно, выглядит как бы Якуя. Почему здесь фото Якуя? Что это значит? Что еще за убийство школьной жизни, о которой они говорят? Похоже, что убийства, в которых мы участвуем, похоже на убийства, которые произошли раньше. Академия Пик Надежды. Ой, Кура. Погоди, эти ебанутые убийства реально произошли внутри той самой Академии Пик Надежды? Это невозможно! Учителя или полиция ни за что не могли позволить этому случиться! Фу. Но однако, что если основание будущего? Они же разрушители мира, сами это затеяли. Ты имеешь в виду, что эта организация захватила Академию Пик Надежды? Это невозможно, ну и бред. Если бы Бьякуя был еще жив, он смог бы просветить нас насчет этого. Вот неудача. Однако мы потеряли наши воспоминания, верно? То же самое должно было произойти и с Бьякуей. Также Бьякуя ни слова не говорил насчет такого прошлого. А вдруг Бьякуя импостер? Вдруг Бьякуя на самом деле не умер? Не, хуйня какая. Но его убили еще до того, как он смог что-то сказать. Значит, он стал первой жертвой еще до того, как мог нам что-то рассказать? А возможно, именно об этом Бьякуя планировал мне рассказать. Я не могу говорить с другими о своем прошлом. Полагаю, отчасти в этом надо винить мою натуру. Когда не веришь остальным, то остальные начинают не верить тебе. Очень долго моя жизнь была адом. Может, он отсылался к той самой убийственной школьной жизни? А в любом случае, раз с нами больше нет Бьякуи, то остается только спросить Монокуму. Как убийственная школьная жизнь Академии Пик Надежды связана с этим островом? Единственное, что могу сказать. Все ответы хранятся в школьных воспоминаниях, которые у вас отняли. Тогда верни их, верните воспоминания нам. Я основание будущего забрал ваши воспоминания, и сейчас я ничего не могу поделать. И все же это непростительно. Я никогда не прощу тех, кто пытается растоптать надежду. Они должны быть уничтожены. В этом опять нет никакого смысла. Как же это, сука, бесит. Пофиг, просто пустите меня домой. Где, черт возьми, запчасти от лодки? Узнает, а я бы где-то на острове. Я тщательно осмотрел этот остров, но я нигде их не нашла. Нет, еще остался дом веселья. Исходя из того, что я слышал, похоже, что мы не можем попасть туда, не собравшись здесь вместе, верно? Верно.
Да-да, все остальные призы, которые мы нашли, спрятаны внутри дома веселья. Значит, там есть и запчасти, так? Нет, не только запчасти. Если он имеет в виду все призы, тогда там даже есть наши школьные профили Академии Пик Надежды. Это значит, что информация о моем таланте также находится там. Это может быть ловушка. Это может быть ловушка, но... Но... Мы словно уже в нее попались. Значит... Ребята, давайте... Давайте попробуем попасть в Дом Веселья. Но все ли будет в порядке? Дом Веселья — это то жуткое здание, верно? Но у нас нет другого выбора. Мы ведь можем найти там запчасти для лодки, если пойдем туда. А также узнать тайну о таланте Хадзимы. Ладно, думаю, стоит послушать Хадзимы и направиться в Дом Веселья. Похоже, выехались. Моя лучшая еще была той кое-что, так что пойду первым, увидимся позже. Я не совсем согласна с этой идеей, но... Если все решили пойти, то похоже, что у меня нет выбора. Полагаю, я пойду со всеми. Машина погружает себя в ловушку, а к чищейшему безумию. Но становится воистину интересно. Тогда решено. Может, это все потому, что мы обнаружили новую загадку из того файла «Основания будущего», но... Я не мог терпеть. Не мог продолжать оставаться спокойным после того, как увидел еще больше бессмысленных загадок. Мне даже было все равно, если это ловушка. Из-за своего нетерпения я полностью забыл, что ловушки Монокумы всегда выходили за рамки нашего воображения. Я полностью об этом забыл. Ну, забыл и забыл, что бубнить-то, господи, боже мой. Нужно просто сесть на этот поезд, так? Осторожничай, боже, не ускорится, не упадет, не взлетит и вообще будет вести себя тихо. Я поверю тебе на этот раз, так что лучше не ври. Окей, погнали. Тюх-тюх. Как только мы все сели, маленький поезд начал медленно двигаться. И поехал в темный туннель. Мне нравится, что не сел с Нагито вообще никто. И Нагито такой чисто. О, блин, поезд, прикольно. Блин, ребята, так классно жить. Мне нравится, что лицо как бы этого... Гандама вообще, в принципе, не прорисовано, только его глаза, и он такой смотрит, типа, Накамару, можно я не буду с ним рядом сидеть? Он странный. У меня больше вариантов нет, либо Накамару, либо Нагито. Лучше уж Накамару тогда. И Хинато такой, типа, бля, ничего не понимаю вообще. Как только нас окружил белый дым, наши тела стали мягкими, словно моллюски. Казалось, что наши мозги превращаются в кашу. И в итоге мы потеряли сознание. Охуенно, блядь. Проснувшись, я оказался в месте, в котором не было смысла. Я точно никогда раньше не видел этого места. Мое ощущение реальности было все еще мутным, так что я не мог сразу среагировать. Попрощаемся с глазами до суда. Эх, первый донат. О, спасибо большое за потерю донатной девственности у меня, Мио. Спасибо. Где это мы? Однако, когда я посмотрел на Камару, стоящую рядом со мной, мое ощущение реальности стало еще мутнее. Блин, я так хорошо спала. А где это мы? Че за херня? Удивленные запутавшиеся голоса начали окружать меня один за другим. Похоже, что все остальные тоже начали просыпаться. Почему я заснула в таком месте? Ладно, посплю еще немного. Нет, не спи, серьезно, еще не время! Предполагаю, что все это проделки того газа. Тот газ, которым нас накачали сразу после того, как поезд поехал, похоже, нас вырубил. И теперь мы оказались здесь. В таком случае это должно быть
Интерьер дома веселья. Лобо погаловать, лобо погаловать, клубничный дом. Клубничный дом? Разве это не дом веселья? Конечно, это дом веселья. Клубничный дом, часть дома веселья. Честь говоришь? Позвольте уже мне все объяснить. Та-дам! Это общий план клубничного дома. Сейчас вы находитесь во внутреннем парке, который находится на третьем этаже. Как видите, игровая площадка выполнена в клубничном дизайне. Какая красота! Дальше идет второй этаж. Там есть гостиная, которая идеально подходит для развлечений, а также 5 бомбезных гостевых. Гостевые комнаты разделены по качеству. Делюкс комната со звукоизоляцией и превосходной герметизацией. В стандартной комнате не настолько хорошая звукоизоляция, но она все равно вполне приличная. А в дешевой комнате довольно стильные сквозняки. А чем я заканчиваю свой рассказ про второй этаж? Последний, но не менее важный, первый этаж клубничного дома. На этом этаже есть так называемая комната мертвеца, и она просто бомба! Вы можете войти туда в любое время, но будьте очень осторожны при выборе сложности. На самом же этаже есть коридор под названием клубничный коридор, и когда вы проходите по нему, там будет по-настоящему странная высокая башня, которая просто бомбическая бомба. Она называется клубничной башней. Пожалуйста, пройдитесь туда в своих двоих, чтобы увидеть, как она выглядит изнутри. В этом мое объяснение закончено, но думаю, что на словах все понять сложно. Так что ноги в руки и бегом исследовать это здание. Вот и все, вопросы есть. Есть секрет, что есть, как будто могло быть иначе. Ой-ой-ой. Ладно, правда, у вас же вопросы. Доставив нас в такое место, что ты планируешь с нами сделать на этот раз? Точняк, у меня много вопросов, давай начнем с этого. О, я вам не объяснил. Это ваш новый мотив. Игра на побег. Игра на побег? На этот раз это замкнутый круг внутри замкнутого круга. Это дом веселья, полностью закрытое пространство, как Академия Пик Надежды когда-то. Уход отсюда, твой Кадин. Убийство! Я вас всех выпущу тогда, когда произойдет убийство. Давайте уже начнем игру на побег. А? Прощай, Монокума, на горке, теперь мы тебя не заберем тарелк-тарелк. А я что, больше туда никогда не вернусь, что ли? Я больше туда не вернусь, в принципе, не на расследовании. А как я подарки на пляже получу? А фритаймы когда? И где? Алло, я сейчас вообще не понял. В смысле, блядь? Что тут происходит? Я вернусь туда или не вернусь? Пиздец какой-то. Блять. Говно какое. Так, дайте я перекушу, у меня мозг отключается. Я просто ничего толком не ела, и... Мне нужен перекус, чтобы сообразить, что у них там дальше происходит. Голова пиздец какой-то. Не, я имею в виду, а выбивать мне теперь как подарки? Как мне теперь подарки, сука, выбивать? Охуенно. 10 из 10 нахуй. Класс. Боже. Подарки выбить нельзя, но будет то ли 4, то ли 5 ивентов свободного времени до убийства. Охуенно. Охуенно. Еще и подарки я не смогу купить. Подарки выбивать в меню игры, как мы орех покупали. Секундочку. Давайте проверим. Я точно сохранила? Спасибо, арбузе. В меню игры в одной из вкладок можно также крутить подарки. Да-да-да, реально есть.
Ну хоть что-то хорошее, блядь. Да, ясно. Ну ладно, хоть что-то хорошее. Ребята, где вы были раньше, когда я сам это проходил? А ну чё, вот, а вот не было ребят. Ес, трёхочковый. Если долго-долго листать, можно увидеть Хадзимы с длинными волосами. Бодя. Любит маму. Не знаю, Фухика предпочтение как у ребенка. Любит печеньки, не любит пить молоко. Поэтому он такой маленький. А в каком смысле Микан Цумики любит медицинский спирт, мне вот интересно. Я думаю, это много бы могло объяснить. Многое. Не любит огромные вещи. Понимаю. Сейчас бы любить нюхать медицинский спирт. А что такое Сакурамоти и Кузамоти? Что это такое, ребят? Кто-нибудь знает? Нихуя. А, это такая еда? Ну, видать, на Кузамоте он себе такие сиськи-то и накачал. Когда я с ним, мне становится лучше. Я лишь хочу узнать его получше. Он не пытается никого обмануть ради своей выгоды, поэтому он такой жуткий. Он так влюбленно его описывает, пиздец. Поднять паруса! Я ты вам в жопу! Приятного тебе вечера, тарелка. Это мой первый донат тебе. Обожаю твои стримы. Я кое-что заметила и хочу поделиться. Знак в глазах Хинаты такой же, как знак на галстуке Джунка. Надеюсь, заинтересовала. Чего? Как на галстуке Джунка? Спасибо большое за донат, Black Star Eyes. Спасибо. Спасибо, как бы... залез по тебе донатной девственности. Не, по-моему, там другой у него был знак. Нет? Подождите, я даже сейчас загуглю. Подожди, а что у нее на галстуке-то? Не, у нее на галстуке было просто перечеркнутое. Не-не-не-не-не, это другое совсем. А у него там аж две полосочки. У него другие глаза. Ну да, 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 он Нагита описывает. Типа, хочу узнать его получше. Он такой там беспечный, но и жуткий. Он такой просто сексуальный, пиздец. Не знаю, он всех хорошо описывает.
Ну вот Микану говорил, что она хорошая. Да и факт про Пека, что она не может приручить котиков, просто меня уничтожает, девочки. Да так грустно, просто пиздец. Бедная Пеку, Пекуяма. Пека. Ой, ладно, продолжаем. Куза-мати – это мати. Рисовые пирожки из полыни, а сакура-мати – мати из сакуры. Блин, а чё он не любит моти из сакуры? Зажрался. Зажрался там в своих Японии. Спасибо, Гретхен, за донат. Какого хера? Мы не сможем отсюда выбраться, пока не произойдет убийство. Я знал, что это ловушка, но никак не ожидал, что она настолько откровенная. Как же глупо с моей стороны! Если бы я призвал магический барьер, то не вдохнул бы газ! Я ослабил бдительность и в итоге заснул. А он-то, блядь, как заснул? Он робот, нахуй! Почему у тебя газ вообще сработал? Это же должен быть твой звездный час! Газ не проблема, но... Если кто-то активирует мой спящий режим, то у меня не будет и шанса. Спящий режим? Да, это ультрасовременная функция, которая отключает другие мои функции, даже если у меня бессонница. Нужно просто нажать кнопку «Спокойной ночи» на моем затылке, и я принудительно вырублюсь. И зачем тебе эта функция? Я же говорил, она отключает на время все остальные функции, если у меня бессонница. Тебе вообще нужен сон? Для того, чтобы проснуться, мне всего-то надо установить будильник моей груди. Это все возможно сделать одним касанием. Не-мое, он даже нас не слушает. Вероятно, он хочет жить прямо как обычный человек. Такова печальная судьба роботизированных организмов. Короче, Монокума до краев напичкал его бесполезными функциями. Как бы там ни было, Михамару потерял сознание, потому что кто-то нажал на кнопку. Вот так прокол. Должно быть, он воспользовался этим белым дымом и подкрался сзади. Я ни за что не позволю этому случиться... А сзади него сидел же этот Нагито. Сзади него же Нагито сидел. Ну, Нагито и мудак. Какой мудак. Не-не. Почему бы нам пока что не поискать выход? Выход. Есть ли тут вообще выход? Ведь если бы он был, то мотив Монокумы был бы полностью бессмыслен. Че ты так быстро сдаешься, олень? Раз нас сюда как-то запихали, значит, где-то точно должен есть выход. Изумительно. Сердце, которое не сдается до самого конца. Вот какова надежда. Да, понимаю. Тогда давайте исследовать это здание с помощью карты, которую мы получили. Но исследовать это место в одиночку слишком опасно. Будет лучше разделиться на пары. Тогда, Акане, пойдешь со мной. Мой парень Акана и Фухико все еще жив. Понимаю, Фухико решил как бы присосаться к большой сильной женщине. О, довольно необычная комбинация. Может, этот парень? Нифига подобного, дятел. Я с ней просто хочу кое о чем поговорить. Ладно, я не против. Вау, когда вы стоите вот так рядом с друг другом, то сразу видна огромная разница в росте. Завались, чмошник! Если мы пойдем, то давай тогда пойдем. Ладно, тогда мы пойдем первыми. Да, я поняла, забронировать комнату со звукоизоляцией. А любитель мамочек Фухико просто. Инфосотка, мы остаемся с Нагито. Сказав это, они вышли отсюда. Ну, без Соня, думаю, сейчас самое время. Соня уже ушла вместе с Гандамом. О, тебя бродинамили.
тебе, меня не продинамили, что бы меня динамить? Вообще-то я очень популярный. Это определенно неправда. Соты. Ну, думаю, пора и мне тоже пойти. Чаки, не хочешь пойти вместе? В смысле, блядь, ты охуел? Ты... Сука, он меня выводит на ревность! Шипер-тарелка вышел на охоту. Да-да-да, мешок, да-да-да. Спасибо большое за донат. Вы смотрите, провоцирует, чтобы я ревновала. Нагита не мог выключить ни Камару, он как и все уснул. А вдруг Нагита предатель? Поэтому он его выключил. Спасибо за донат, Лирика Чем, спасибо. Я? Мне ни разу не выдался шанс поговорить с тобой, так что подумал, что это была бы хорошая возможность. Тогда возьмите меня с собой, втроем же тоже можно, да? Да, но... А, я понял. Казуити пытается избегать Хадзимы. А? О чем это ты говоришь? Избегать Хадзимы? Нет, ничего подобного. Что ты имеешь в виду? Это лишь догадка, но, возможно, Казуити не может перестать думать об этом, а? О том, что ты можешь быть импостером. Чё? А, я просто сказал то, что думает Казуити. Да? Ну, знаешь, правда в том, что мы ничего о тебе не знаем, так что не виноват, что тебе нельзя доверять. Чё это значит? Мы были вместе все это время, и ты еще не знаешь, кто я такой? Вот это что-то значит! Я же не знаю настоящего тебя! Так же, как мы не знали настоящую Микан. Настоящего меня? А? И мы здесь только потому, что ты предложил нам пойти в этот дом веселья, не так ли? Хочешь сказать, я вас заманил сюда? Зачем мне это делать? Это не так уж неправдоподобно, не знаешь ли? Прости, Хадзима. Я правда хочу тебе верить. Но пока просто не могу. Поэтому я иду с Чаки. И не то, чтобы я хотел идти с Нагито. Но получается, что Нагито можно доверять больше, чем мне. Какого хрена? Черт, ну почему все так обернулось? Ты знаешь, как бы, ну, ты ничего мутного не сделал, но я доверяю тебе больше, чем... Точнее, я доверяю больше не тебе, а пацану, который хотел всех вначале убить, да? Ну, так что... Раз так, то что поделать? Почему бы тебе не пойти с нами, Казуити? Как думаешь, какой талант у Хадзими и кто предатель? Абсолютный козерог, как бы, 100%. Спасибо, Илюха, за обицы. Раз так, то что поделать? Почему бы тебе не пойти с нами, Казуити? Да, но... Все хорошо, Чаки, просто иди. Да, я знаю, бросьте меня все тут, конечно. Да, мне не обидно. Поняла, увидимся позже. После этого Казуити, Чаки и Нагита ушли вместе исследовать окрестности. Нагита чисто отпугнула всех от своего фенаточки. Нагита вообще крыса. Я просто представляю вот эту сцену, где он смотрит на Хадзима, и Хадзима такой, сейчас опять он меня ко мне будет приставать, давай походим вместе. И Нагита такой хитренько. Чаки, пойдем вместе. И Хадзима такой, блять, что? Ай, Нагита такая сука. Что ж, остались только мы. Видать, нас меньше всех любят. Все равно наше недовольство ничего не изменит. В конце концов, мы просто робот и предатель. Я не предатель. О, дочь, на мои извинения. Тогда Хадзима, давай покажем всем остальным нашу ценность. Да, и Накамару умирает, ребят, 100%. Вот теперь я уверен на 100%, что Накамару умрет. 100%, и все такие, а кто у нас остался с Накамару? А Хината? А кто, значит, у нас импостер? А Хината? А все понятно. Давай самолично найдем выход. Если мы это сделаем, то решим все проблемы. Когда тебе перестают верить, это полный отстой. Монокома сказал, что это внутренний парк. Как и ожидалось от клубничного дома, игровая площадка выполнена в клубничном стиле. Конечно, я не ребенок, который был бы этим удивлен. Кроме того, у меня нет времени на игры. На клубе растет много различных цветов. Похоже, это подсолнухи, но здесь нет ни одной клубники. Ебать ты внимательный. Куда бы ни взглянул, везде нарисована эта клубника. Я не против клубники, но если она будет везде, то меня от нее будет тошнить.
Согласно карте Монокума, единственное место от этим этаже – парк, в котором мы находимся. Тогда на этом этаже больше делать нечего. Просто напоминаю, Хадзиме, дай мне знать, если тебя замучает жажда. Я дам тебе попить. Он говорит о своем фонтане из газировки? Я не хочу пить ничего, что льется из его глаз. Мицкачата? А, я могу тут даже так ходить, ни хрена себе. Цок-цок-цок-цок-цок. Согласно карте, тут должны находиться гостевые комнаты и гостиная второго этажа. Хорошо, я пойду посмотрю гостевые комнаты. Гостиная на тебе. Ага, понял. Ну тут ничего так. Стильненько. Меня уже, правда, тошнит от этого всего клубничного. Ой, а что это у вас тут свидание? Ну ладно. Видите, делюкс комнату. Роскошно. Ну тут ничего интересного, Монокум я здесь тоже не вижу. Ну, мне пока все нравится, очень красиво. Я считаю, отличная локация, чтобы уединиться. Две делюкс-комнаты получается. Одна стандартная и две обоссанные. Я слышу голоса изнутри, звучит так, будто там кто-то есть. Дайте угадаю, Акана и Фуихика? Эй, о чем ты хотел поговорить? Ну, знаешь, я уверен, что ты не захочешь это слышать, поскольку я уже вызывал подобное происшествие. Я уже знаю, что такой человек, как я, не имеет права говорить тебе это, но... Я хочу, чтобы ты села на меня и задушила своими бедрами. Но, когда я смотрю на тебя, то чувствуешь, что просто обязан сказать кое-что. Ну, валяй. Ты не должна вести себя так упрямо, знаешь ли. Ибо я знаю, через что ты проходишь. Ты сейчас стоишь здесь только потому, что кое-кто пожертвовал собой ради тебя. Ты чувствуешь вину за это, не так ли? О чем ты вообще говоришь? Значит, ты не хочешь признавать. Ну, я это тоже понимаю. Серьезно, что за херню ты несешь? Но, как он и сказал, главное быть живыми. Возможно, сейчас на него больно смотреть. Но для тебя все намного лучше, чем могло быть. Потому что хотя бы жив. Для меня же... Прости. А? Ты плачешь? Сейчас... Я ей очень благодарен, но я уже никогда не смогу ей этого сказать. Но у тебя все по-другому, так что... Убедись, что скажешь ему о том, как благодарна. Не, она не успеет сказать, Накамару сдохнет. Стоп, так ты хочешь сказать еще раз? Я тихо вышла из гостевой комнаты, чтобы они меня не заметили. Ой, лучше бы они ебались. Фуихика выделила время для разговора с ней, но похоже, что до Аканы не доходит смысл беседы. Да. Хата, конечно, огонь. Примерно так я и буду жить, если вы мне будете слабо донатить на аренду хаты, ребят.
Там Анакума был? Серьезно, я его проебала? Секундочку, сейчас я посмотрю кое-что. А где здесь был Монокома? Я слепая. Я бы никогда не начала шиперить Акани с Фухика. Спасибо, Элечка, за еще одно отличное от. А, ну обращайтесь, обращайтесь, Греткин. Типа, всегда к вашим услугам. А, был в комнате с Фухика. Поняла. А куда на Комару делся? Он же тут стоял. Поздравляю вас с почетной наградой получить випку на моем твич-канале. Поздравляю! Поздравляю, сейчас мы выдадим человеку випку. Проверяйте свой статус вип-пользователя. Проверяйте. Так это гостиная. Она тоже вся покрыта клубникой. Сложновато будет здесь расслабиться. Думаю, что пока я должен поискать что-нибудь полезное. В гостиной-то. На стене висит старый портрет. Что делает портрет в таком месте? Это выглядит очень неуместно. Кроме того, на табличке написано «Основатель Академии Пик Надежды Изуру Камукура». Почему портрет такого важного человека висит в таком месте? И еще это имя. Его так трудно выговорить. А, тут есть телефон. Останется Авилио, не переживай. То, что в этом здании есть телефон, явно подозрительно. Смогу ли я позвонить куда-нибудь с него? Когда я подошел ближе к телефону, то сразу заметил это. Что это? Вместо пронумерованных кнопок тут только одна кнопка с изображением винограда. Но почему виноград? Почему не клубника? Ну, пока что попробую нажать. А, похоже, что куда-то я все же звоню. Но никто не берет трубку. Какое загадочное устройство! Оно может быть полезно для призывательных обрядов. Новичку уже не следует лезть. Он, вероятно, не такой уж и опасный. Кроме этой кнопки, он ничем не отличается от обычного телефона. Но он не работает, как нормальный телефон, и я даже не знаю, куда он подключен. Боже. Запомни имя основателя Академии. Оно будет иметь большое значение в будущем. Хорошо, Гретхен, хорошо, как скажете. Спасибо еще за донат. Боже, что происходит? Мы четыре темных дева разрушения сейчас исследуют территорию, но, похоже, докладывать не о чем. Почему ты сдаешься? На этом этаже может быть еще что-то, что мы не обыскали. Ну, Боть, ну что такое? На, ты права. Еще слишком рано оставаться. Хорошо, оставлю это на тебя. Окей. Мне стоит попробовать посмотреть первый этаж, на котором я еще не бывал. Благодаря часам я могу следить за временем. Но в этой ситуации время нам не помощник. Нет, реально, куда на Комару делся? Он же тут стоял все это время. На третьем и втором этаже не было ничего важного. Но это не значит, что тут ничего нет. Я должен внимательно осмотреться. А, вот на Комару. Видимо, вперед идет. Final Dead Room. А ты что тут спрятался? Я с тобой больше не общаюсь. Фу, блядь. Не Комару, сразу к туалету пошел, понимаю, ЛДЛ. А, все, поняла, поняла. Спасибо большое, Тярочка, за донат. Понятно, так это клубничный коридор. Похоже, это место также изрисовано клубникой. Какой жуткий коридор.
Насколько я помню, клубничная башня находится за этой дверью, так? Согласно карте, это так. Однако порядок точно не тот. Очевидно, что более разумным в первую очередь будет закончить расследование первого этажа. Я понял. Тебе не обязательно так повышать голос. Это вредит моему сердцу. Намекаешь на то, что у меня нет сердца? Нечто подобное меня ни за что не сломит. Ты вправду? Это не расстраивает. Ну ладно, все, я вас понял. Бодичка, маме очень неудобно. Давай ты слезешь. Давай, иди куда. Ну не бесись. Что ты такая? Да, бо мне сейчас кошка даст пизды. Отвлеку ее дымочком из вейпа. Эта дверь сильно отличается от других. Комната мертвеца? Могу и мне объяснить. Комната мертвеца испытания данного директору Маакумой. Только те, кто выиграет в игре на смерть, которая проводится внутри, могут попасть в октагон легендарных священное место, где хранится абсолютное оружие. Если ты считаешь себя героем и готов рискнуть своей жизнью ради жизни других, ты должен пройти комнату мертвеца. Игра на смерть? Какого лешего? Он сказал, что я получу абсолютное оружие, если выиграю. Ну и бред. Какой идиот это сделает? Ну вот какой. Ну вот этот, например. Так, туалеты. Похоже на туалет. Каждый раз, когда вижу туалет, я чувствую себя одиноким. Когда, черт подери, мой запор пройдет? Ну, Заюш, как бы тебе это сказать? Это настенные часы. Настенные часы висят над туалетом. Боже, что за дурацкая расстановка? Почему без скидки сегодня? Какая скидка? О, это лифт? Это же странно. Единственная лестница находится между вторым и третьим этажами. Получается, здесь есть подвал? Рядом с дверью находится кнопка. Картинка с виноградом. Так же, как и на телефоне в гостиной. Что случится, если я нажму на нее? Я особо не раздумываю, я попробовал нажать на эту кнопку, но... Никакой реакции. Он сломан. Я не очень понимаю, но похоже, что лифт не работает. Что такое, Хадзима? Ты что-то нашел? Название комнаты мертвецов звучит подозрительно, но заходить туда может быть опасно. Монакома что-то говорил про игру насмерть. Если все, что ты получаешь оружие, то в нее явно не стоит играть. Значит, все, что осталось, это клубничная башня в конце клубничного коридора. Пошли уже! Окей. Так, ладно. С вами я не буду разговаривать. Да тьфу, ты предатель. Ты, вот и гуляй со своими девками и содой. И без меня, ясно, я буду с Накамару. Все, теперь Накамару мой лучший друг и мой парень. Он будет делать мне охуенный массаж. Понял, тварь? Не звони мне больше. Поговорить с ним все равно? Ладно. Все, здесь символы надежды. Они полностью отличаются от такого ничтожества, как я. Мне ужасно жаль, что с такими, как они, оказался кто-то вроде меня. Правильно. Тут чмо, блядь. Согласно карте, клубничная башня. Ну, тут нет ручки, я никак не смогу открыть дверь без нее. Может, нужно просто нажать на кнопку рядом с дверью? Ну, знаешь, ту, на которой написано Open. Интересно, что это значит? Open. Я не шарю в английском. Ты сейчас серьезно? Короче, просто нужно нажать на эту кнопку. Накамару поднял свою правую руку и энергично протарабанил по кнопке больше раз, чем нужно. Значит, это клубничная башня. Строение выполнено в форме огромного круга, а потолок находится так высоко, что его невозможно разглядеть. Господи, еще больше этих красных декораций. Какой же ужасный вкус. Ну, с названием клубничная башня, полагаю, другого ожидать не стоило.
Точно, это же клубничная башня. Тогда почему... Почему я вижу кое-что, что совершенно не подходит к тематике клубники? Боть, это микрофон. Боть. Боть, если ты хочешь на мне посидеть, садись. А не стой вот так в раскорячку между клавиатурой и микрофоном. Ты намек, что тебе надо почесать, да? Не надо тереться об микрофон, он тебя не почешет. Спасибо, Ром, что клепанул. А чё такое? Ой, злой пирожочек опять хочет маме сделать кусь, да? Ой, ты моя сладкая радость. Ты моя злая булка. Кто мамина злая булка, а? Кто мамина злая булочка? М? Ты моя чмошница, ты моя чмошница. Элечка, не обижайся на Нагита. Что на маму? Так что на маму? Сейчас довольно мирная на маму. Атмосфера. После этого сюда будет тот еще пиздец. Буду обижаюсь. Он меня на другую бабу променял. Спасибо, знат, Гретхен. Так, Боди. Походу, кое-кто охуел. Поэтому сейчас кое-кто пойдет сидеть за дверью. Потому что плохо себя ведет и пытается сделать маме кусь. Ужас. Вообще, не дает ребенок поработать, понимаете? Никакого спокойствия в этом доме. Почему я вижу кое-что, что совершенно не подходит к тематике клубники? Боди мою говно, любимая. На полу картинка, это лицо Усами. У нее во рту клубника. Даже тут клубничная тема. Ну, хотя бы это не лицо Монокумы. На другой стороне башни есть огромная дверь, но на ней картинка с виноградом. Я думал, что это клубничная башня. Стоп, это картинка... Не совпадает ли она с телефоном в гостиной с картинкой около лифта на первом этаже? Возможно, эта дверь может быть выходом. А? Выходом? Взгляни-ка на карту, которую он дал Монокума. Здесь есть дверь на другой стороне клубничной башни, но ничего не нарисовано за ней. И не значит ли это, что за той дверью есть выход? Следовательно, мы должны подтвердить это, открыв эту дверь. Накамару выпустил боевой крик, крепко взялся за ручку двумя руками и попробовал открыть дверь. Однако... Клац-клац, клац-клац. Да что это значит? Ручка не сдвинулась ни на миллиметр. Закрыто? Черт, как плотно закрыто. В таком случае я использую всю свою силу. С диким ревом Накамару изо всех сил схватился за дверную ручку обеими руками. Но... Еще не все. Сейчас будет невероятная мощь миллиона лошадиных сил. Стой, она там что, заскрипела? Если ты ручку сломаешь, то мы тут застрянем. Это было бы плохо. Так что, не должны ли мы обговорить это со всеми? Не волнуйся, Нагита так сильно заинтересован только в Хинате. Ну это хорошо, это хорошо. Спасибо, знат, еще один Гретхен, спасибо. Так что, не должны ли мы обговорить это со всеми перед тем, как ты попытаешься пробиться силой? А ты прав. Тогда ладно, даже несмотря на то, что я могу открыть эту дверь сейчас, я подожду немного. Тогда пошли обратно в клубничный дом и обсудим это с остальными. Если они, конечно, хотя бы выслушают меня. Ну так, действительно, нахуй пошел, походи, не будем мы тебя слушать. Похоже, что и в полу, и на стенах установлены источники света. Они все светятся красным. Понятно. Из этих источников света внутренний дизайн выглядит красным. Ты хороший мальчик. Ой, а что это? А это долгожданная РНП. Да! Я снова с вами. Приятной игры, тарелочка. Ой, здравствуйте, Маркус Джей Маквизер. Здравствуйте, давно вас не было.
Спасибо за донат, спасибо. И с помощью этих же источников они смогли создать дизайн на стене. Однако из-за того, что они горят на стенах, потолок очень темный, я не могу его увидеть. А нахуй тебе потолок, Заюш? По обе стороны от двери стоят две больших колонны. А, возможно... Я машинально повернулся назад и проверил. Как я и думал, у той двери, через которую зашли мы с Накамару, стоят такие же. Похоже, они стоят прямо напротив другой пары. Ебать, ты такой внимательный, Зай. Мне кажется, или у лифта слышна какая-то шумиха. Что-то случилось? А, все тут собрались. Ой, привет. Как у вас дела, ребятки? Ух, а я бы вообще все так понял, каково себе чай с клубничным домом. А, чай с клубничным домом? Странно. Звучит так, будто бы есть и другие здания. Ага. Вот поэтому эта штука называется контактным лифтом. Контактным лифтом, говоришь? Будет только выше думать, что он движется вертикально, даже несмотря на то, что это лифт. Это лифт, который двигается по рельсам, так что даже горизонтальное передвижение расплюнуть. Значит, этот лифт ведет к другому зданию? Кстати говоря, когда долгожданный косплей на Нагита? Пока придет с Аликом, мне его пока даже не отправил продавец. Вот, так что... Так что ждем, как мне его отправит Алик. Но он будет, точно. Спасибо большое, Греткин, за донатик. Похож на виноградный дом. Виноградный дом? Новый Хелли. Огромное здание, которое состоит из нескольких зданий. Ну, а вы их увидите, когда попадем в виноградный дом. Я буду впереди. Я не понимаю, но на этот раз он хочет позвать нас в виноградный дом, да? И мы должны поехать на этом лифте, да? Что нам надо сделать? Мы просто должны пойти туда. Единственный способ предать эту ситуацию — сделать свой ход. Но все равно, знаешь... Что, испугался? Да черт с два! Почему ты это говоришь прямо перед мисс Соней? Ладно, блять, пойду. Ха, ни капли я не испугался. Ну, я не так сильно волнуюсь, как Казуити, но у меня плохое предчувствие. Но нельзя тут просто стоять и ничего не делать. Хорошо, вперед! Когда я нажал на виноградную кнопку около двери, она сразу открылась. Мы шагнули в лифт и отправились в виноградный дом. А мы что, в клубничный не вернемся, что ли? Блин, что не так с этим лифтом? Он уже движется? Если так, то было бы классно. Почему? Я имею в виду, он вообще не вибрирует, так? Это, наверное, реально высокопроизводительный лифт, если он практически не вибрирует. Может, он вообще не движется? Окей, давайте откроем дверь и убедимся. Нельзя, это слишком опасно. После недолгого пребывания в безвибрационном лифте, дверь перед нами неожиданно открылась. Похоже, мы прибыли в пункт назначения. Так это виноградный дом. Куда бы я ни посмотрел, везде было изображение винограда. Мне уже страшно надоела клубника, но это не лучше. Добро пожаловать в виноградный дом. Теперь позвольте мне все объяснить. Та-да, это общий план виноградного дома. Хорошо, с объяснением первого этажа. Исключение в комнате ветвеца почти не отличается от клубничного дома. Прямо как клубничный коридор там, в этой части есть виноградный коридор. И когда пойдете по виноградному коридору, попадете в виноградную башню. Второй этаж виноградного дома ничем не отличается от второго этажа клубничного дома. Я приготовила 5 гостевых комнат разных типов, а также расслабляющую гостиную. Однако следующий аттракцион виноградного дома находится очевидно на третьем этаже. Архив Монокубы! Все любят архив Монокубы! Если вы хотите узнать о моих годных достижениях и плане в общество, то читайте на здоровье! Поэтому моё объяснение закончено, но думаю, что на словах все понять сложно.
Так что ноги в руки и бегом выходить из этого здания. На этом все. Вопросы есть? Я тут уже проголодалась. Где еда? О, оно так необходимо. Что за вопросы? Конечно, необходимо. Оно, это игра на побег. Так что в каком напряжении может идти речь, если нет лимита на время? Так что, в качестве него я решил использовать ваши желудки. Что ты имеешь в виду? Ну, проще говоря... Значит, убей кого-нибудь, пока сам не умрёшь от голода. Какого хрена? Пу-пу-пу. Если вы собираетесь убить кого-то, то советую сделать это побыстрее. Будет слишком поздно, если у вас и останется сил на убийство. Погодь! Голодать? Сука, да сколько нам еще надо это делать, чтобы ему хватило? Он что, серьезно сказал, что еды не будет? Не может быть такого, я не хочу! Я не против голодания, пока будет еда, просто дайте мне уже поесть! Ее охватил голод, как только она узнала, что нет еды. Содержимости и правда непросто. Но хотя бы попытайся сохранить спокойствие, сейчас не время для паники! Ну, криком дело не поможешь, так что сейчас нам стоит исследовать это здание. В конце концов, если не сдаешься, то обретаешь надежду. Не правда ли, Фуихика? Верно. Тогда давайте приступим. Пара остаются те же, да? Погоди, на этот раз я хочу пойти с мисс Соней! Персонажи, у нас нет никакой еды, ужас. Еде в меню подарков, ну да, пошла я нахер, кулстеребок. Ну да, да. Спасибо большое, Тярочка, за битики. Она уже ушла с Гандамом. Похоже, тебе не только отвергают, но еще и избегают. Казуити, я понимаю, что ты чувствуешь себя подавленным, но пора идти. Акане, ты тоже? Сколько ты еще будешь стоять в шоке? Давай же, пойдем. Тяжело шагая, все ушли исследовать виноградный дом. Так, с чего бы нам начать? Раз мы на первом этаже, будет хорошо, если начнем с виноградной башни. Так ты говоришь, что начнешь с самого подозрительного места. Лады! Тогда давай начнем с виноградной башни! Начнем же с виноградной башни! Короче, надо искать выход. Черт, я ни за что не умру здесь от голода. Это что вообще? Это что? Что? Огр? Что это за мускулистая бронзовая статуя? Должно быть это украшение, но оно совсем здесь не к месту. А, на ней написано название. Огр? Похлопаем лучшей девочке, она заслужила свою статую FBC. Ага, с подписью Огр, охуенно просто. Спасибо за бицитярочка. Получается, это статуя Огра? Тогда почему он носит форму моряка? Почему у него сиськи? Это настенные часы. Так как здесь ни окон не объявляет монокомы, время можно зайти только по часам. Здесь есть туалет. Но несмотря на это, я все еще не могу посрать. Это единственный минус этого тела. Единственный минус? Твой оптимизм заслуживает похвалы. А на комару я безумно извиняюсь. А почему вы так сильно любите срать? Вам нравится, когда какашечка стимулирует простату или что, блядь, вообще? Чё за фонючество по тому, чтобы срать? Господи, блядь, я хочу в угол забиться просто нахуй от этой локации. Наградная башня. За этой дверью, так? Прямо как и в клубничном коридоре, нужно просто нажать на эту кнопку. Лады! Оставь это мне! Накамару повысил свой голос и энергично протарабанил по кнопке больше раз, чем нужно. Не открывается. А, это странно. Когда мы были в клубничном коридоре, та башня открылась. Да начнется наш клубничный дом, виноградный дом, клубничный дом, виноградный дом,
клубничный дом, виноградный дом, клубничный дом, виноградный дом, клубничный дом, виноградный дом, клубничный дом. Да, понимаю. Спасибо большое, Фотончик, за донат. Спасибо. Только не говори мне, что она сломалась. Самое, блин, время, чтобы сломаться. Ну, по идее, не должна. Ты что-нибудь слышал? И в этот момент Накамару и закричал. А. Дверь открылась. Но что это сейчас была за пауза? Почему дверь не открылась сразу? Ну да, ставлю сотку на то, что это на самом деле одно и то же здание, просто с разной проекцией на стены. На этом загадка убийства строится и будет, поди. Да хуй знает на самом деле, вон сейчас же двери разные. По идее, мы же с разных дверей заходили совершенно. Если проекция, то да, должен третий этаж не должен отличаться. Не, я не думаю так. МБУ Никомару это тема потому, что в Японии в целом считают тему фекалий очень смешной. Возможно, да. Японцы странные. Спасибо, Рич Пич, за донаты, на хоходовочки тоже. Значит, это виноградная башня. Похоже, что ее структура не особо отличается от клубничной башни. Ага, ты прав. Это здание такой же формы и потолок все так же высоко. Однако эти стены зеленые, стены клубничной башни красные. Ну, говоря о различиях, есть одно очень явное различие. На полу картина Усами с виноградом во рту. Это отличается от клубничной башни. На той картинке у нее была во рту клубника. Но что по-настоящему где по-другому? В дальней части виноградной башни есть дверь с изображением клубники. Клубничная дверь внутри виноградной башни. Это сбивает с толку. Словно противоположность клубничной башни. Насколько я помню, на двери в дальней части клубничной башни нарисован виноград. Значит, в клубничной части находится виноградная дверь, а виноградная клубничная. Это еще больше сбивает с толку. Однако на этот раз эта дверь может вести наружу. Да, блять, нет, она ведет туда же абсолютно. Это становится очевидным, глядя на карту. Раз за этой дверью в виноградном доме ничего нет. Если это так, то тогда наш единственный вариант попробовать. Подождите. Я услышала вашу дискуссию, но будет бесполезно даже пытаться. Я так думаю. Что ты сказала? Перед этим хочу спросить, почему... Фу, блядь. Перед этим хочу спросить, почему ты здесь, Чаки? Разве ты не была с Нагито и Казуити? Быть рядом с этими двумя довольно утомительно. Значит, ты сбежала. Охуенно, Чаки. Эта дверь не ведет наружу? Думаю, что даже пытаться абсолютно бесполезно. Бесполезно, говоришь? Редко Чаки бывает такой уверенной. У меня есть хорошая причина для этого. По-моему, я раскрыла секрет структуры Дома Веселья. Секрет структуры? Хочешь, чтобы я рассказала? Чтобы объяснила? Что ж, обрати внимание на отношение каждого дома к соответствующей башне. Во-первых, постарайся вспомнить первый этаж клубничного дома. Если смотреть со стороны лифта, то клубничный коридор находится по левую сторону, так? Если ты пройдешь по нему, то окажешься в клубничной башне, так? А вот в виноградном доме, если смотреть со стороны лифта, то виноградный коридор находится по правую сторону, так? Если ты пройдешь по нему, то окажешься в виноградной башне, так? Теперь переходим к главной мысли. С этими двумя зданиями. А, так все это время ты была тут? Эй, Чаки, не убегай от меня! Ты так внезапно исчезла. Я заволновался. Я в жизни ни за кого так не переживал. И знаешь, что так поглядывая косо на Хинату, ты вообще ревнуешь, ревнуешь? Казуити, Нагито. Из-за того, что ты ушла, я остался наедине с Нагито. Я тебя раздражаю? Да, черт возьми, не хочу с тобой оставаться наедине! Понятно. Значит, ты не доверяешь не только Хадиме, но и мне тоже, Казуити.
Эй, ты в порядке? Уже перестал? Эй, другим людям. Ну да, благодаря тебе, сволочь! А? Вы все пришли? Вы вовремя. Мне нужно будет тратить время на сборы. Это было быстро. Я думал, ваше исследование займет больше времени. Было мало мест для обыска, и мы больше не нашли никаких хороших зацепок. Прямо сейчас единственная вещь, которую я обнаружила, это то, что тут реально нигде нет еды. Это уже совсем не смешно. Я слышал, что смерть от голода очень мучительная. Пока это не произошло, почему бы нам, ну знаете, в хомяков, которые носят с собой Гандам? Идиот, ты на что намекаешь? А, я извиняюсь! Казуити, тебе стоит быть благодарным Соне. Если бы ты притронулся к моим четырем темным девам разрушения, то был бы сожжен адским огнем. Но будут ли хомяки в порядке без еды? К счастью, цветы, растущие в парке клубничного дома, это проклятые цветы из адского сада. Пока там есть семена, здоровье четырех темных девов разрушений не пострадает. Рада это слышать. Теперь послушаем ваши доклады и узнаем, что вы, ребята, обнаружили. Лично я бы хотел, чтобы Чайки продолжила, но... А, ладно. Нужно выслушать, что скажут остальные. Ничего, если докладывать будут Гандам, Фуихика и я, как представители команд. Я не против. Радуйтесь, дворняги, я обнаружил кое-что, о чем вы, злодеи, будете рады услышать. Да, наша находка лучше. Мы не проиграем. Я думаю, что их приоритеты пошли немного не туда. Теперь я продемонстрирую вам мою находку. Я не позволю вам нести такой бред, как «я забыл». Монокума сам сказал это до того, как мы тут появились. Но он сказал, что в доме висели есть запчасти для лодки. Неужели? Казуити, и вы, жалкие людишки. Пойдите на колени и выразите свою благодарность мне, ледяному властелину мира смерти. Направьте же свой взор на это! Охуенно. Просто 10 из 10, блядь. Узрите, мотор! Вот запчасть для лодки. Судя по его невероятно маленькому размеру, разве это не для... Он же от обычной радиоуправляемой игрушки! Позволь мне рассказать тебе короткую старую историю. Я был рожден в результате слияния человека и демона, но мое существование не признавалось обеими расами. Возможно, это потому, что мне никто раньше не покупал игрушек, но я нахожу это восхитительным. Вы здесь хороший мальчик. Ты хороший мальчик. Ок. Зря бы канул. Проиграл сотку. Сглупил, признаю. Чайки лучшая девочка. Бросила этих предателей ради нас. Согласна, согласна. Спасибо за многоходовочка. Я не об этом спрашиваю. Ты имеешь в виду, что запчасть для лодки, которую ты нашел, была от игрушки? Как вы повелись? Я ни слова не говорю о том, что Ока будет настоящий. Кретины, тупицы, идиоты! Блять, этот фрейм соды просто пиздец. Похоже, у нас нет сил даже на разочарование. Возможно, будет лучше, если мы пока оставим его в покое. Значит, ведьма на коме вправду была тратой времени. Если это так, значит то, что он говорил о наших школьных профилях, тоже может быть ложью. Но наша ситуация уже настолько мрачена, что сейчас не до этого. Позвольте мне кратко доложить. Раз я тот, кто обнаружил эту находку, значит она настолько важна, как и я. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Боже, меня умиляют отношения Сони и Гандама. Просто лучшая пара. Конечно же, как и Хадзими и Нагита. Бля, мешок, по факту. Спасибо за донат, Заюш, спасибо. То есть, она вообще не важна? Да поторопись и скажи уже. Ну, это насчет третьего этажа виноградного дома. Помните, что Монокума сказал об архиве Монокумы на третьем этаже? На самом деле, я решил туда сходить. Вот так.
Как можно догадаться по названию, это был архив, заполненный монаковским хламом. Это напомнило мне о знаменитостях, которые строят себе собственный мемориал в родном городе. Тогда похоже на то, что нам никогда не нужно будет туда идти. Никогда. Дитата. А, еще я нашел потерявшегося ребенка в архиве Монокумы. Че? Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Это Чагандам в своем рассказе намекал на то, что он рос с одной мамой, человеком, и их обоих бросил отец, демон. Жили бедно, но справлялись как могли, не дарили игрушки. Нихуя вы понятливые! Как вы это разобрали? Ой, Гандам, бедный мой мальчик. Настолько, видимо, у него жизнь была плохая, что он просто... потерявшегося ребенка? А? Куда она ушла? Эй, не прячься, выходи! Маномечку. Здрасте. Значит, ты потерявшийся ребенок. Ну, ребенок, вы хотите сказать, да? Ну, я ожидала такой реакции. Нормально, я больше не буду такой подавленной. Я привыкла к ужасному обращению. Грустно, что такому привыкаешь. Похоже, она немного напряжена. А, Монокума и тебя сюда привел Маноми. Да, мяг, что это? Из-за того, что я была так глупо обманута им. Я была права в качестве учителя. У меня нет права вас доставлять. Никто здесь с самого начала не думал о тебе, как о учителе. Но я, честно говоря, счастлива, что ты здесь. Понятно. Ясно, Аканы, что ты счастлива. Ты ведь плюшевое животное. Есть у тебя места, где все еще есть кроличье мясо? Ох, да уж, конечно, еды. Так, и что еще? Сначала мы должны послушать доклады. А что, а чей еще доклад? Господи, ты боже мой. Так, Фуихика еще, да? Не уверен, что остальные уже знают, но позволь мне рассказать тебе на всякий случай. На втором этаже виноградного дома также есть гостевые комнаты, прямо как в клубничном. Однако вместо рисунков с клубникой они покрыты рисунком с виноградом. Помимо гостевых комнат, там есть похожая гостиная. И у меня тоже есть телефон. Тем не менее, вместо виноградной кнопки, которая была на телефоне в гостиной клубничного дома, там клубничная кнопка. Дальше будут лишь мои догадки, но... возможно, что мы можем использовать эти два телефона для связи друг с другом. Значит, картинки на кнопках показывают, куда каждый телефон звонит. Вероятно, это так. Это был последний доклад, да? Тогда я могу продолжить. Ты о том, о чем упоминал ранее, так? Насчет структуры Дома Веселья. Структуры Дома Веселья? Ну, я пришла к определенному выводу. Виноградная башня, в которой мы сейчас находимся, и клубничная башня, в которой мы были ранее. Я думаю, что это... одно и то же здание. Две башни, одно и то же здание, говоришь? Понятно. Почему ты так думаешь? Из-за их расположения. Стоя спиной к лифту в клубничном доме, мы можем видеть, что клубничный коридор находится в левой стороне, так? Но внутри виноградного дома, стоя в таком же положении, виноградный коридор будет в правой стороне, так? И таким образом, если мы сложим эти два факта, то две башни будут одним зданием, и оба дома будут соединяться через нее. Вот структура этого строения, которая приходит на ум. Блять, ну это очевидно! Что? Клубничная башня, виноградная башня, одно и то же здание. Но это вполне вероятно. Ну уже, взгляните на эту дверь. Разве это не то изображение, которое мы обнаружили и в лифте, и на телефоне? Тогда точно таким же образом. Может ли картинка на этой двери показывать, куда эта самая дверь ведет? В таком случае это значит, что клубничный дом находится за дверью с изображением клубники.
и также наоборот. Виноградная дверь, которая находится в клубничной башне, может вести виноградный дом. Другими словами, та дверь ведет в виноградный коридор. Это значит, что в зависимости от того, какую дверь мы используем, эта башня принимает образ либо клубничной башни, либо виноградной. Что? Получается, если посмотреть на обратную сторону двери виноградного коридора, через которую мы вошли... Изображение винограда и вправду должно там быть. Тогда все, что нам остается, это подтвердить это, да? Если у нас получится закрыть дверь с другой стороны. Это, скорее всего, невозможно. Невозможно? Почему? Ну, Хазима и Накамару Перми вошли в виноградную башню, да? Что-то не так с этим. Так, стоп. Это что значит? Я частично был прав. Чаки, моя последняя выжившая клетка мозга, походу. Ну, видимо, да, многоходовочка. Бля, что-то у меня мозг ломается от этих башен ебаных. Спасибо за донат. Когда вы оба вошли в виноградную башню через виноградный коридор, не показалось ли вам, что дверь открылась не сразу после нажатия кнопки? А? Иначе все, как я и предполагала. Как ты узнала? Когда я гуляла сама по себе, то вернулась ненадолго в клубничный дом. Я почувствовала, что там было что-то, что я упустила, но вдруг... Дверь в клубничном коридоре автоматически закрылась прямо передо мной. Дверь автоматически закрылась? И после этого, сколько бы раз я не нажимала на кнопку, дверь все равно не открывалась. Но почему? Двери башни, наверное, спроектированы так, чтобы открытой могла оставаться только одна дверь. Я имею в виду, что если бы мы одновременно открыли обе двери, то с легкостью бы обнаружили этот секрет. Если бы это случилось, то это место перестало бы быть домом веселья, верно? Дом веселья, мой дом веселья, на самом деле это пиздец, а не дом веселья. Согласна, Люк, согласна. Слушай, Люк, у меня вопрос. Вы сейчас Даш Эдисон играете в Геншин? Там вроде бы новые эти тестовые штуки и новый баннер появились, да? Вы будете еще сейчас играть, потому что я скоро уже ронпу заканчиваю. Значит, причина, по которой дверь в клубничном доме автоматически закрылась перед тобой? Потому что мы открыли дверь в виноградном коридоре раньше. Дверь в виноградном коридоре открылась не сразу, потому что ждала закрытия двери в клубничном коридоре. Если подумать, то это имеет смысл, верно? Ты несешь всю эту сложную фигню, которую я не понимаю, но не забыл ли ты о самой главной проблеме? Цвет стен клубничной башни отличается от цвета стен виноградной башни, ты в курсе? Эти башни никак не могут... Блять, Акада, какая ты тупая! Разве ты не заметила? Это просто источники света, которые закреплены на стенах и светятся. Меняет цвет освещения на белой стене. Создается ощущение, будто бы сам цвет стен изменился. Тогда что насчет картинки на полу? Она тоже меняется? Возможно, что пол простой экран, и картинка проецируется откуда-то снизу. По факту, если приглядеться, то видно, что это вовсе не рисунок на полу. Ну, понятно, тогда можно сказать, что башня — это одно и то же здание, да? Но это очень важная деталь, так что не лучше ли будет проверить это? Проверить? Например, можем оставить что-нибудь здесь, а сами пойдем в клубничную башню. Если это все еще будет здесь, тогда можно заключить, что эти башни являются одним зданием, верно? Хотите, я тут останусь? Нет, это невозможно. Здесь есть датчики, которые не позволят это сделать. А? Датчики? Разве вы не чувствуете их? На полу и на стенах куча датчиков. Почему вы их не замечаете? Я больше удивлен тому, что ты их замечаешь. Я думаю, что эти датчики могут засечь любое движение внутри башни. И когда они обнаруживают движение, то блокируют дверь. Как и знала, что будет что-то вроде такого. А, кстати говоря, насколько эффективны эти датчики? Очень эффективны. Похоже, что они могут засечь даже ваше сердцебиение и дыхание. Иначе будет абсолютно невозможно кого-то здесь оставить. Что насчет Накамару? Он бессердечный робот.
Внутри меня есть мотор, она столько же хорош, как и любое человеческое сердце. Но если находишься в спящем режиме, то эта функция тоже остановится, верно? Как ты и сказал, если я приглушу все процессы спящим режимом, то датчики ничего не заметят, но... Нужно ли так далеко заходить ради проверки? Я не потерплю расизма в сторону роботов. Блин, мне так жалко Казуити Соду. Его все игнорят и избегают. Да, Содочку очень жалко. Нагиточки женись на Хадзиме, спасибо за донат. Можно оставить труп. Да, 100 пудов труп тут останется, 100 пудов. А, извини, ты прав. И когда я вхожу в спящий режим, я не могу прийти в себя, пока кнопка «Спокойной ночи» не нажата вновь или пока будильник не активируется. Меня немного беспокоит, что я останусь в таком состоянии один. Это слишком опасно даже для эксперимента. Мы можем нарушить законы роботехники. Тогда почему бы не использовать это? Мой электронный дневник. Я оставлю дневник тут, и мы пойдем в клубничную башню. И если он каким-то образом будет все еще тут, тогда можно с уверенностью подтвердить эту теорию, так? Ты права, давайте попробуем. Итак, мы оставили электронный дневник Чаки позади. Мы покинули виноградную башню и направились в клубничную башню. Бля, ребят, я все, я заканчиваю стрим, я устала разговаривать. Я знаю, это звучит странно, но я устала разговаривать. В общем, мы эти все башни, мои башни, отложим до следующего раза. Потому что я уже все, я заговариваюсь. Да не, связки-то восстановятся, господи. Все нормально будет. Вот. Мои хорошие, на сегодня я с вами прощаюсь. Сейчас, наверное, я пойду чисто на Твиче стрим в Геншине подрублю с моими ребятками. Но с вами на Ютубе я точно прощаюсь. Если хотите нас еще увидеть, переходите к нам на Твич. Вот. Так что большое спасибо всем, кто пришел сегодня на Данганронпу. Следите, значит, за анонсами в группе, за рассылкой, когда следующий стрим. А я вас всех люблю. Всем пока. Муа.